Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами студия Wargaming, и нас сегодня с вами ждет большой танковый вечер. В преддверии главного матча страны предлагаем вам отдохнуть немного от обычного футбола и насладиться футболом танковым. Ну а мы, я Игорь Безбородов и мой коллега Арташес Антонян, в этом вам всячески будем помогать. Да, у нас интересный союз получается. Я отвечаю за футбольную составляющую, как спортивный и, прежде всего, футбольный комментатор. Игорь разбирается во всех танках, чем их едят, чем их можно там разрушать, уничтожать, конечно, и так далее. Конечно. Ну и вот в таком сочетании мы очень надеемся и рассчитываем на то, что у нас получится донести в наилучшем и самом красочном виде о том, что творится на наших танковых фут-танковых полях. Да, мы уже, скажем так, вычленили новое название. Сейчас мы будем называть участников вот этого проекта не просто танкистами, а фут-танкистами. Ну и рассчитывают на то, что они будут также всецело отдаваться этому проекту, как и танкам в повседневной жизни. Ну, спасибо большое компании Wargaming за то, что она постоянно нас радует какими-то такими активностями, новыми игровыми режимами, друзья. Не так давно был и шикарный шедевральный космос. Я думаю, все играли, а если нет, ну, в следующий раз. А пока танковый футбол, и мы и будем наслаждаться, друзья. Стоит также отметить, что порядка 30 тысяч команд было зарегистрировано с двух серверов. 22 тысячи с RU-сервера и порядка 7-8 с Евро-сервера для того, чтобы попытать свои силы в надеждах победить и побороться за главный приз. Там $2600 за первое место. Ну и в целом призовой фонд в районе 5. Да, действительно, цифры должны порадовать в это, надеюсь, оно у вас жаркое лето. Ну и, конечно же, все предвкушают, что уже завтра во Франции на Сен-Дени состоится финальное сражение, где хозяева футбольного первенства французов встретится с командой Португалии. У нас здесь нет французов, но у нас есть ребята из Словакии, из Латвии, из Молдовы, из России, в общем-то, из самых разных регионов планеты Wargaming, и мы рассчитываем, что они сегодня будут изрядно давать жару своим соперникам. Ну и, пожалуй, мы сейчас расскажем, каким образом вот это количество участников добралось до главного, до финального противостояния. Было несколько групповых стадий. Эти стадии делились на большие, где надо было сыграть по 9 матчей. А потом чуточку меньше количество матчей становилось, но факт остается в том, что среди четырех участников полуфиналов лишь одна команда ни разу не знала поражений на фут-танковых полях. Да, все остальные хоть однажды, но эту самую горечь испытали. Ну и вашему вниманию то, как завершились финальные групповые стадии в РУ-регионе и в регионе Евро. Соответственно, выделяем команду Drill Support. Она и является тем самым участником, который ни разу не проигрывал. К слову, Scorer Loose также из Еврорегиона ни разу не проигрывал до встречи со своими соперниками по вот этой финальной части. Стоит отметить, что каждая из команд сыграла порядка 26 боев, друзья. И чтобы вы понимали, для того, чтобы дойти до этой финальной стадии, им пришлось выиграть 26 подряд матчей, кому-то 27, да, где-то больше, где-то меньше. И это, я вам скажу, такой нехилый труд. Это фактически мясорубка. Я думаю, многие играли в танковый футбол, вы знаете, что там происходит, как тяжело выбирать тактики, как тяжело им следовать в дальнейшем. И вот эти ребята, ну, пережили фактически огонь, воду и медные трубы для того, чтобы добраться до этой финальной стадии, а в конце их ждали только сильнейшие, лучшие игроки, лучшие команды, которые, должен отметить, и в рандоме неплохо себя зарекомендовали. Видел я личный рейтинг 10 тысяч, 7 тысяч, в целом это очень неплохие показатели. Я там видел, некоторые цифры вообще зашкаливали. Это количество боев, которые проводили вот участники, и надо сказать, что опыт у них просто отменный, но в то же время надо понимать, что вот опыта именно этой баталии, этого турнира ни у кого ранее не было. Да, два года назад компания Wargaming уже предоставила возможность попробовать себя на фут-танковых полях, но вот так вот полноценно, чтобы за призовой фонд, чтобы с огромным количеством соперников, где уже надо какую-то тактику и представление иметь, то есть ты не только прячешься за камешком, как мне объяснял Игорь, и, соответственно, пытаешься там издали расстрелять своих оппонентов, но нет, здесь ты все-таки должен иметь тактику нападения, обороны, контратаки. Мы надеемся все это увидеть и в полуфинальных, и, конечно же, в финальном сражении. Ну и, наверное, сейчас расскажем, как мы будем определять победителя. Ну, во-первых, все это по системе
пяти матчей. Соответственно, тот, кто первым добирается до трех побед, тот и идет в следующую стадию. В финале то же самое, до трех побед бьются соперники. Ну и вот она, дорога к финалу и полуфинальные пары. Дрила, победитель европейского региона, встретится с командой, занявшей второе место в РУ-регионе, Red Green Blur. Соответственно, Кварки встретится с коллективом под названием Score or Lose. Тоже, да, коллектив из Европы. Ну, друзья, собственно, вот сами понимаете, три матча нас ждет, два полуфинальных, один самый главный, финальный, никакого права на ошибку нет. Все, ради чего ты сражался ранее, сейчас вот настало ваше время, настало время жанских танкистов, друзья. Ну и, конечно же, вся эта атмосфера, мы будем всячески ее подогревать, подсказывать вам, и надеемся, что проведем это время с пользой и с удовольствием. Ну и, конечно же, весь этот танковый футбол, друзья, я уверен, мы сегодня в полной мере насладимся им, и поэтому давайте немного посмотрим. Свисток, матч начался. И первым же касанием игроки команды красных сбивают с ног нападающего соперника. Но можно играть. Атака, перехват. Удар по мячу и гол! Проход по правому флангу, пас пяткой. И вся команда противников отправляется в буфет. Мощный удар издали, мяч попадает в штангу, ворота пустые, и лишь самоотверженная игра защитника спасает команду от неминуемого гола. Нападающие команды синих на всех парах несется к мячу, но тут же получает удар сзади. В обычном футболе это красная карточка, а здесь свисток молчит. Это танки! Попробуй футбольный режим World of Tanks. Люби футбол. Играй в танки бесплатно на Евротанкису. Это танковый футбол. Финальный день сражений. Максимум сегодня нам предстоит 15 боев, по 5 в каждом из полуфиналов. Но это в том случае, если соперники будут неуступчивы и перехватывать знамя победителя из одного танка в другое. Ну и, соответственно, наши участники, 12 человек сейчас посиживают там в своих танках, их потрясывает так хорошенечко, и каждый из них мечтает к финалу этого вечера быть победителем турнира. Да, также стоит отметить, что были и запасные, кто-то возлагал надежды еще на плюс одного человека, друзья, но в большинстве своем все все-таки готовились в три человека, искали друг друга и находили, как в программе «Просто ищу тебя», находили себе команду, находили в дальнейшем себе товарищей по танковому футболу, ну и в результате достаточно тернистый путь, и многих должен отметить, этот путь сопряжен именно с твоими товарищами из рандома, с которыми вы наверняка играете каждый день. Поэтому вот как-то так вот сводят судьбы, и далее в танковом футболе ты уже показываешь себя с самой лучшей стороны, друзья. Также стоит отметить, что если вдруг, иногда такое случается, закончится один из боев в ничью, то у нас будет дополнительное время по правилам золотого гола, либо по времени удержания на одной или на другой стороне поля. Но я уверен, мы там в процессе разберемся, если вдруг что-то непонятно. В остальном, друзья, есть у нас еще также 7 минут на каждый из боев, 3 на 3 на поле, как вы понимаете. Ну и, конечно же, победитель либо в основное время определяется, либо, если вдруг одна из команд забила 3 мяча. Мы сейчас объясняем правила, разумеется, не для тех многих тысяч, кто попробовал себя в танковых сражениях, а для тех, кто просто хочет насладиться вот этой футбольной, фуд-танковой атмосферой и в определенной степени каким-то образом прочувствуете себя вот в этом отдельном мире форгейминга. Ну и, конечно же, друзья, какой мир соревнований и турниров без спонсоров. С удовольствием мы посмотрим несколько роликов о наших замечательных спонсорах, которые повлияли на исход этого турнира. Торнадо Energy. Do damage. World of Tanks. Совершай повседневные покупки и получай золото в игре World of Tanks. А еще месяц премиум аккаунта и огромное количество внутриигровых бонусов.
что ж, друзья, вот мы и снова в студии. Должны сказать, что очередной раз готовы уже представлять команды. Для начала сойдутся два коллектива. Это Drilla Support Revenge. Не знаю, тут уникальная игра слов. Можете сами попробовать перевести, как это называется на русском. Но мы решили, что будем именовать Drilla. Этот коллектив, который, соответственно, составлен из двух участников из Словакии и один представитель Латвии. Ну, в общем-то, вот в таком сочетании они будут пытаться выбраться для начала в финал. Ну и таким образом, еще раз напоминаем, выглядит первая пара полуфиналистов. И вот кто будет сегодня биться за победу. Противостоять им будут Red Green Blur. Красно-зеленое пятно, называть мы будем их просто RGB, друзья. Ну и по составам давайте сразу же пробежимся. От команды RGB это Little Mac, Big Mac и Grom Boom Bass. Ну, сразу же, наверное, отметим, что у нас здесь интересное сочетание магов. Один из них сын, другой отец. Мы уже тут вспоминали футбольные истории, коих, в общем-то, хватало, где есть целые футбольные династии. Но в данном случае интересно и то, что они будут одновременно биться на поле. И вот раз уж все так восхищались сборной Исландии на нынешнем чемпионате Европы во Франции, то на ум приходит вот эта история, когда молодой Эйдар Гудьонсон выходил на поле вместе со своим отцом, еще когда играл у себя на родине. Сегодня Little Mac и Big Mac будут биться на одном поле, что называется, рядом, дуло к дулу, гусеница к гусенице. Ну и будут делать все, чтобы соперников этот тандем смущал. Да, ну и команда, друзья, Drilla Support Revenge, должны отметить, тоже собрались так вот на форуме, ребята как-то списались, решили поиграть в танковый футбол, кто-то нашел друг друга именно в танковых соло-боях, и они отмечают, что из веселых моментов есть игроки из Словакии, которые внезапно начинают переходить на словакский язык и разговаривать на нем. Хотя, казалось бы, ну, все понимают друг друга там, да, на каком-то своем общепринятом английском, но вот кто-то начинает либо ругаться, либо еще что-то. Ну, сами знаете, как это бывает и в рандоме, я уверен, у всех горело, а если нет, то вам стоит обязательно попробовать. Ну и что же, совсем скоро уже начнется бой, мы уже с нетерпением готовы вырываться в него, какие-то генеральные приготовления остались единичные, и мы стартуем. В остальном про команды стоит также отметить, что великовозрастный достаточно состав из коллектива Drilla Support Revenge, 17 лет, 20-33, вот каким-то чудом они нашли друг друга в рандоме и сейчас сражаются. И побеждают же, и добиваются успехов. И это единственный коллектив, мы это еще раз подчеркнем, который ни разу не проигрывал. Представляете, ведь все бои до этого, они, в общем-то, не включали в себя серии. Это был исключительно один бой, и вот этот коллектив ни разу на просторах танкового футбола не уступал своим оппонентам. Как будет здесь? Я не знаю, мы не будем, наверное, с тобой сейчас, Игорь, предполагать делать какие-то ставки. Рановато, давай посмотрим сначала, а вот, что за я тактики. Я думаю, что наши телезрители, наши наблюдатели в разных сетях, наши игроки, они могут определенные ставки сейчас там для себя сделать, кто-то может это указать и попытаться вот таким вот образом предположить, чем закончится это противостояние. Нам, например, очень интересно, сумеет ли команда, представляющая Ру-регион, вообще хотя бы одну игру взять, потому что против них абсолютный доминатор на футтанковых полях. Да, друзья, и стоит отметить, что в этом виде спорта наши ребята могут победить, и это здорово, в отличие от обычного футбола, к большому сожалению. Ну, я уверен, многим знакома эта боль, но что поделать, что есть, то есть. Также хочется сказать, что один из игроков из коллектива RGB, так известный как Grom Boom Bass, он вообще профессиональный футболист, если можно так сказать, играл какое-то время в футбол, там 15 лет. Где-то за город, насколько я понимаю, лицей, школа, университет. Он расписал это следующим образом: двор, улица, затем это был университет и любительская сборная города. Но вот это действительно, вот мы говорили о том, что команда из еврорегиона, она представляет из себя как раз-таки сочетание Словакии и Латвии. Здесь тоже сочетание Приднестровье и Россия. Кто победит? На самом деле считанные мгновения остаются до боя. Ребята там уже в танках сидят и смотрят на мяч в центр поля. И мы прямо сейчас будем перемещаться туда, в окрестности футтанковых сражений и наслаждаться все внимание на экран. Поехали, друзья, смотреть за этой увлекательнейшей зарубой. Открываем этот вечер с первым матчем сегодняшнего дня.
Вот так вот сразу, без каких-то прелюдий, начинается встреча. Нам тут же хочется объявить о том, что... Но это называется практика. Мы даже не успели уловить тот момент, когда мяч оказался впервые в воротах команды РГБ. РГБ доказывают, что они настроены весьма серьезно, начиная с гола на первых секундах, даже фактически с разыгровки. И далее мы видим эту увлекательнейшую зарубу. Посмотрите на тактику. Никто не мчится за мячом, никто не толкается в центре в гуче событий, а все расстреливают за счет своей точной прицельной стрельбы мяч, пытаясь таким образом выиграть себе преимущество. Соответственно, у нас есть возможность отслеживать момент, когда происходит перезаряд орудий у участников этого противостояния. Отсюда можем более-менее понять по тактике и посмотрите синхронность, которой двигается команда Дрила. И забивается еще один мяч. Каким образом это происходит? А все очень просто. Один игрок, который там на фланге борется, выбивает, пытается мяч отбросить в центр, и тут же его компания, которая поодаль на своей половине находится, пытается все это издали поразить, и у них получается это великолепно. У нас, я так понимаю, счет в данный момент, кстати, с цифрами возникают определенные сомнения. 1-1, судя по всему, да. Вначале были некоторые сомнения, но сейчас все табло честно. 2-0. И в этом счете на основном табло лидирует команда Дрилы. В общем-то, я тоже выскажу, что Дрилу уже дважды... Ты болеешь за Дрилу уже, значит? Нет, да? Я пока еще ни за кого не болею, но в данном случае мы видим, как мяч в третий раз влетает в ворота. Это 3-0, и это значит, что очень быстрым оказался этот стартовый бой, в котором команда Дрила победила, не оставив вообще никаких шансов своему сопернику. И вот о чем ты говорил. Получается так, что они продолжают доминацию свою, ни одного боя не проигрывают. Они даже не пропустили. Если честно, я даже не увидел у РГБ какой-то серьезной ответной комбинации, ответного хода. Но вот они даже не успели за эти полторы минуты. Бой очень коротким получился. Странно, если честно, друзья. Мы уже ждали тут животрепещущего какого-то противостояния, что тактики сойдутся. Да, 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 да. А в итоге получилось все молниеносно, быстро. И я даже не знаю, вот что сейчас будет предпринимать коллектив соперников, потому что, ну, это настоящая паника. Это фиаско. Выходишь на теннисный корт и проигрываешь первый сет 0-6, и ты не знаешь, как собраться под остальные. Но должны отметить, что есть еще попытки, друзья. Максимум мы сможем с вами посмотреть 5 боев. Пока 1-0 в пользу Дриллы. Далее РГБ могут попробовать закомбэчить в этой ситуации. Пока у них все шансы есть, друзья. Но по тактике я должен отметить, что есть какие-то сложные такие микромоменты. И непонятно, почему РГБ ездят все вместе в три танка. У них нет какого-то своего вратаря разводящего. И это может стать проблемой в дальнейшем. Ну, на самом деле, я вот обратил внимание, что они примерно действуют, ну, вот выражаясь, да, тактикой футбольной, там 4-4-2, в данном случае такой 2-1, то есть два танка находятся чуть поодаль, один из них ближе к своим воротам оттянут, ну и, соответственно, кто-то впереди там нагнетает. Вот, например, Little Mac, он пытался за РГБ что-то там впереди доказать, но ему очень сложно было зацепиться за мяч. Мы посмотрим некоторые повторы. Реплей красивых моментов, друзья, при том, что их было огромное количество со старта, полторы минуты, ну и голевые эпизоды. Сразу же посмотрите, с какой скоростью мяч влетает в ворота. Далее попытка забить еще один, ну и Дрила просто неистовствует. На 8-й секунде счет в матче это рекорд, был открыт. По-моему. Это было очень быстро. Это полуфинал, где играют исключительно лучшие. У нас уже совсем немного времени остается и до следующего противостояния. И команде РГБ надо было успеть собраться, сделать какую-то работу над ошибками, проанализировать ситуацию. Ну и как минимум понять, что с первых мгновений надо просто лететь на тот мяч. И надо сразу же выстраиваться каким-то образом, чтобы вот этот первый выстрел не стал фатальным. Потому что с первой же своей попытки сумела команда Дрила поразить ворота. Понимают наверняка игроки цену ошибки, поэтому, возможно, волнуются. Да, скорее всего, уж чего там греха таить, ведь вот она, финальная стадия, дотянись и возьми, но... Вот они, деньги за победу. У кого-то нервы, видимо, шалят, и давайте посмотрим на второе противостояние. Сразу же заруба на центре, никакого гола с первых секунд, и уходят в оборону в глухую. Команда РГБ в очередной раз именно Дрила лидирует, и они давят своей мощью.
Соответственно, в красном цвете у нас команда Дрила, представляющая Еврорегион. Рурегион в синем цвете представлен. Очень опасно у ворот и не было зарядов. Вот мы сейчас имеем возможность посмотреть и понять, почему гол не состоялся. Потому что все три участника коллектива Дрила были сейчас холостыми, скажем так. Они не имели возможности выстреливать. И что очень спасло ситуацию? Важно, друзья, обращать внимание на перезарядку. При том, что команда Дрила старается стрелять все одновременно. Я не понимаю, с чем связаны такие моменты. При том, что тебе бы казалось, что надо бы как-то чередовать свои выстрелы, но они стараются стрелять одновременно для того, чтобы увеличить скорость, вполне возможно, мяча. И это еще одна потенциальная попытка забить и гол, надо выбивать. Нет выстрелов, и смотри, как здорово успевают. Вот немножко уже гром-бомбес сейчас. Ну, мы его будем громом называть. Он, кстати, выходит на такую позицию чуть дальше от ворот. Но я бы даже не сказал, что это нападение. Потому что смотри, как они распределились. Никто даже центр не хочет переходить. И что интересно, мы, кстати, на все различных боях до этого обращали внимание, что слишком мало поражает гусеницы. Никто не пользуется тем, что есть возможность обезвредить соперника, ну, обездвижить его. Да, обезвредить не получится. Тут надо уже как бы переворачивать, и получишь больше гандикап. Ну и сейчас постоянно мяч находится на половине команды РГБ. И если вдруг дойдет до дополнительного времени, то им крайне сложно будет, в принципе, игру перевести на противоположную сторону. Поэтому, возможно, кому-то стоит поехать вперед для того, чтобы подтолкать соперников, закрыть им угол обзора и не позволить прицельно отрабатывать по мячу. Друзья РГБ пока просто в каком-то замешательстве. Они не понимают, что происходит. Они постоянно промахиваются. А вот Дрила лидирует. И посмотрите, даже когда мяч пересекает половину поля Дрилы, никто из команды РГБ не выдвигается вперед для контратаки. А вот сейчас может быть очень опасно, потому что мяч находится перед воротами. Два танка полны энергии, и оба выстрела идут мимо. Соответственно, тут же мяч отправляется вновь очень близко к воротам РГБ, и счет в этом бою открыт. 1-0 Дрила, и здесь повела, и смотри, какая... И смотри, еще один гол, сразу же нет, это... Ох, как над воротами проходит мяч. Это вот штанга, это, да. Друзья. Это, на самом деле, большое счастье для коллектива РГБ, потому что у них есть еще достаточно времени для того, чтобы отыграться. И вот сейчас надо все же лучше распределять свои усилия. Ну, а вот ты говорил, что они копят заряды, чтобы одновременно стрелять. Для скорости. Ну, в этом случае, смотри, если два заряда с одной стороны летят, и стой только один заряд, то мяч все равно идет ближе к той стороне, где меньшее количество залпов в этот момент в ответ прозвучало. Вся команда Дрил сейчас перешла в центр поля. Мяч находится уже на их половине и пытается в контратаку уйти. Фут-танкисты РГБ. Надо перенести инициативу, надо забивать первый гол. РГБ есть. Счет открыт, и со стороны РГБ, ну вот, какая-то тактика уже начала вырисовываться. Сейчас очень важно перехватить инициативу. Мяч летит близко к воротам РГБ. Успевают каким-то образом отстреляться. У нас есть возможность не только отслеживать... Но мяч в опасной зоне, чуть было не попали. Мы видим три трассера сразу же от команды Дрила. Чуть было, мяч не влетел в сетку ворот, если можно так сказать. И РГБ чудом спасаются из этой ситуации. Очень напряженная борьба. У нас есть возможность не только за выстрелами отслеживать, но и за ускорением. Вот вы видите те секунды, которые до возобновления вот этой функции у танкистов. Но в данный момент уже РГБ может сыграть вторым номером. Они понимают, что в атаке, чистой атаке, им просто нечего делать. Здесь не получится соперника огорошить своей танковой мощью. И посмотрите, что делает Гром Бомбес. Он просто держит мяч, ожидая выстрела соперников. Перелетает мяч, отлично подрезали с нижнего края. И в результате подсечки не получилось. Все-таки мяч перекинут на другую половину поля. А вот сейчас будет опасно. Мяч опять по ленточке, что называется, прокатывается по вратарской, но выходит к углу поля. И здесь надо его постараться вынести. Остается, кстати, совсем немного времени, и гол может стать решающим. Очень опасно, мяч от одной штанги к другой. Как сейчас РГБ спасается? Я не знаю, как там болельщицкие симпатии сейчас распределяются, но если судить по тому, что происходит на поле, нас наконец-то вот в этом матче
радует такое серьезное противостояние. Накал страстей, фактически, посмотрите, перекопали весь пятачок команды РГБ, Дрилл просто рвется вперед, они хотят забивать вновь и вновь, очень часто используют они ускорение своего танка, а вот РГБ пока до сих пор не смогли войти в этот вот в это русло сражения, они пытаются, конечно же, всячески отбиваться, но пока очень часто промахиваются и по тактике тоже проседают. Я бы отметил возрастных участников коллектива РГБ, потому что Биг Мак отлично отрабатывает в обороне и в воротах действует здорово. Сейчас Гром занимает это место в рамке, но он почему-то не кроет ближнюю штангу, подпуская туда Биг Мака. Надо отбиваться. Биг Мак здорово стреляет. Это и есть тот самый папа, который очень здорово отрабатывает на всех позициях. Ну, вот видно, что и с футболом, и с танками у отца все в полном порядке. Лидл Мак чуть-чуть выпадает из этой игры. Очень важно, тут есть склонение орудия, и если вдруг мяч улетает слишком высоко над воротами, то просто обороняющаяся команда не может ее отбить, этот мяч, всю эту ситуацию, и в результате атаки ты можешь проиграть за счет вот такой вот одной ошибки. Ну и что же, вот мяч на половине поля команды Дрилла. А ведь ты знаешь, Игорь, да, вот мы говорили до этого, сколько побед одержала Дрилла, это были исключительно победы, и ведь ни у одного соперника не было возможности взять реванш. И РГБ это первый коллектив, который может этот реванш взять. И вот сейчас остается совсем немного времени до завершения этой части боя. Счет ничейный, 1-1, мяч опять в опасной близости, нет заряда у Биг Мага, ему какое-то время необходимо для того, чтобы... А тут отлично отыгрывает и мяч рядом с вратарской зоной, но в очередной раз покидает. Но подожди, это еще не все. Нет, удар состоялся на последних минутах. Крестовину, по-моему, залетел. Это удар был со стороны команды РГБ. Это был удар, выносящий мяч. 10 секунд остается, и опять опасная близость у ворот. Закончились снаряды у танкистов из Дриллы. Последние мгновения. Ну и что, первое дополнительное время. Нас ожидает 1-1 вот это сражение. Это именно то, чего мы ждали от каждого танкового футбола, от каждого матча, от каждого противостояния. И соперники нас действительно порадовали. Очень бодрые ребята, друзья. Счет мы видели 2-1. Ну и продолжение. Зарубы, пожалуйста. Дополнительное время. 4 минуты. Правило голода. Начинается сначала. Кто первый забьет, либо удержит мяч на половине соперника. Сейчас этот мяч опускается на половине Дриллы, и никто к нему не стремится. Будут стрелять, будут пытаться издали запихать его подальше. Ну и время, которое вы видите, этот таймер, он, соответственно, на весь экстра тайм. Здесь либо надо поражать ворота, либо надо удерживать мяч на половине соперника. Уже 23-24, ну, хороший показатель. Никто не рвется вперед. Обращаем внимание, что РГБ просто стараются захолдить этот мяч на половине поля команды Дрилла, но сейчас они попадают в патовую ситуацию. Мяч переходит к ним в их вратарскую зону, и, как часто бывало, так команда может и забить. Очень мало игры корпусом. В основном пытаются за счет своих орудий поразить мяч. Мы уже говорили о том, что не стреляют по гусеницам, экономят заряды и рассчитывают на свою прицельность в область мяча. И посмотрите, как точно отрабатывает команда Дрилла. Тут промахиваются игроки команды РГБ, а вот Дрилла очень здорово работает по корпусу мяча. Ну и в результате все-таки не смогли не сдержать этой агрессии. Далее Филиппу надо перехватывать инициативу, но не получается. Ускорение все использовано. Просто синхронные действия Дриллы, да и вот... Не спасает Гром. В результате мяч в очередной раз в вратарской зоне РГБ. И здесь все плотно, и здесь все близко, и здесь все равно. Здорово. По 42 секунды уже удержали, но мяч по-прежнему на половине РГБ, которые уже однажды проиграли в этом полуфинальном матче. Соответственно, по боям 1-0. Очень опасный момент. Удары слишком поздно. Дрилл успевает вовремя передать ускорение мячу и отправить его в сторону угла, но маловато, не хватает этого. Перестреляли. Мяч, отскочив от стены, он долетел до противоположной стороны. И сейчас опасный момент. Это может быть гол. Это гол. И Дрилла вырывает победу, а значит и... В этом противостоянии, во втором бою, именно они становятся победителями. Вот сейчас это было классно. Вот сейчас мы видели настоящую футбольную стратегию, футанковую. Да, все-таки будем говорить об этом, ну, раз уж киберспорт все громче стучится в двери всеразличных стран, мы можем совершенно полноценно говорить о том, что это футанковая стратегия, футанковый футбол, и он вот сейчас удался на славу. 2-1 в дополнительное время. Дрилла забивает решающий мяч, и счет в серии полуфинальный становится, соответственно, 2-0 в пользу
ребят из европейского региона. Да, друзья, это матч-поинты, начинаются они прямо сейчас. Любая победа команды Дрила все, собственно, решает в их пользу, и далее они становятся финалистами, но рано пока говорить. Вот РГБ вернулись все-таки в эту драку, они уже навязали свое сопротивление. Очень близки к тому, чтобы добиться большего. Ну и что же, давайте посмотрим немного реплеев, друзья. Красивых моментов тут было просто огромное количество. И для начала, вот вам, пожалуйста, первый гол от команды Дрила. Опять-таки, ну, через 3 минуты после старта. Не успели закрыть ворота и, по сути, беспрепятственно расстреляли. Ну и ответный мяч, надо сказать, достаточно быстро влетел в рамку Дрилы. Да, именно так, друзья, короткое название. Ну и что же, далее очень большое количество конфронтаций, попытки именно перехватить инициативу, но мы ждем дополнительного времени, чтобы посмотреть, как же все-таки смогли еще раз команда Дрила забить в ключевой момент. Огромное количество ускорений, мы видим и опасный полет мяча, постоянно пересекал он вратарскую зону команды РГБ, и вот он, заветный мяч, который привел к победе Дрилу во втором маг. Бое. А, да, вот я говорил о том, что он несколько выпадает из игры, сейчас он был очень близок, но у него не было ни ускорения, не было ни заряда, и он ничем не мог помешать мячу влететь в ворота. Ну и вот то, что могут видеть наши зрители, и то, чего, соответственно, не видят участники этого сражения, это то, как возобновляется заряд, как набирается энергия на ускорение. Это нам помогает определять некоторые тактические разновидности вот этого противостояния. И все же готово к третьей схватке, которая может стать последний в этом матче. Вот очень важный момент ты затронул. Друзья, вы сами прекрасно понимаете, наверняка участвовали, не видят ни перезарядки, ничего. Ну и вот мы с вами единственные, кто можем наслаждаться этими прелестями. Спасибо большое Wargaming. Ну и что же, начинается второй, вернее уже третий даже бой этого противостояния, этого первого матча. И поехали, съезд на центр, перезарядка готова. Просто толкаются и не торопятся стрелять. В этот раз не стреляли, в этот раз как раз таки сэкономили вот этот момент для того, чтобы в последующем, если вдруг мяч отлетает на половину соперника, успеть сориентироваться. И вновь мы уже видели много раз, как именно в этом углу защищаются фут-танкисты РГБ. Но так быстро пока мяч не влетает, очень опасно, нет ни у кого зарядов. Можно попробовать забить, но промахивается Гром, мяч влетел в аккурат бы в сетку ворот, но при всем при этом промах решает все, друзья. Какая бы тактика у тебя ни была, нужно помнить про точность, и эта точность решает в танковом футболе. Надо, мне кажется, все-таки больше работать корпусом. Надо стараться не только палить по мячу, но и постоянно его прикрывать. Знаете, есть такое понятие, когда разыгрывают свободный удар, стандарт какой-нибудь. Встань перед мячом, сопернику будет сложнее разыграть его. Но сейчас вот за счет дальности... Кстати, в этом плане у Дрилы все здорово получается. Они мне, в принципе, напоминают даже не футболистов, а баскетбольную команду Golden State. Они вот так вот издали, расстреливали кольцо всех своих соперников. Ну, если вы вдруг увлекаетесь Национальной баскетбольной ассоциацией, ну, здесь грех не проводить какие-то спортивные параллели. Конечно. Но, возвращаясь на наше танковое поле, на наше вот эту баталию, сражение, мы видим, что более равный с первых минут бой, и у РГБ был шанс ощутить мощь Дрилы, затем попробовать взять реванш. Ну и сейчас мы уже ждем от РГБ более цельной тактики. Но Little Mac, мне кажется, вот в защите он не всегда спасает, он должен больше отвлекаться на атакующие действия. За счет шикарной точности от команды игроков Дрилы должен отметить, что у них есть своя острота, они не рвутся вперед из-за того, что используют вот эти вот угловые, которые на самом деле не углы, а скругленная часть карты. Они просто выталкивают ее по этой траектории, и далее, когда мяч пересекает вратарскую зону, пытаются прицельно отстреляться по мячу, и в этом их большая заслуга. Но сейчас опасный момент именно для команды Дрила, и все-таки мяч не попадает сетку ворот. Но он попадает в штангу, и здесь заслуга защищающейся команды, потому что несколько выстрелов, один из которых оказался точным, подкорректировали полет мяча и спасли положение. Ну и если мы отмечаем, что чуть-чуть выпадает Little Mac, можно сказать, что ЛК 4D4, да, из коллектива Дрила, самый возрастной участник ребят из Еврорегиона, вот этот специалист танковый, он очень здорово смотрится, и здесь надо смотреть на его перемещение. Он
буквально вездесущий и всемогущий. Он очень здорово отрабатывает, он классно двигается. Можно его сравнить, я не знаю, с дриблингом Месси, потому что он действительно классно контролирует мяч и вот саму игру. Смотрите, в очередной раз мяч попадает в штвор ворот, но при всем при этом его умудряются убивать РГБ. Как так получается, что вы допускаете, что мяч пролетает мимо твоих ворот? Этого вообще нельзя допускать в танковом футболе, иначе один выстрел решит исход мяча, возможно, даже всего противостояния. Ну и вот смотрим, что делает Дрилла, когда мяч попадает в их створ. Они стараются отрабатывать. Они опасно простреливают, они выбивают мяч. Они не едут. Выдали его как раз-таки сопернику. Little Mac, очень неплохой выстрел был у этого танка в предыдущей комбинации. Сейчас запихали его на угол поля. Но мне кажется, вот РГБ, главная стратегия сейчас, это забить. Забить, причем забить и отставить свои ворота в неприкосновенности. Мяч уже обстучал штанги и тех, и других соперников. И это говорит о том, что один гол вот в этом противостоянии может решить судьбу, возможно, всего полуфинала. Опять-таки, угловой мяч пересекает створ ворот команды РГБ. Дрилла в очередной раз рискует забить, и опасных моментов они создают просто огромное количество. Я удивляюсь, как они еще не забили. РГБ спасаются чудом. Ну и вот посмотрите, мяч пересекает половину поля команды Дрилла, и далее за ним никто не едет, никто не борется в этом противостоянии, и слишком поздно приезжает сюда Little Mac. Можно было попробовать выбить, но в очередной раз серия неудавшихся выстрелов заканчивается плачевно для РГБ. Очень осторожничают сейчас танкисты РГБ, и их можно понять. Хотя в таких случаях принято хоть немного дорисковать. Очень опасно, они мяч довели до собственных ворот. И гол. Это гол, друзья, это провал в какой-то степени для команды РГБ. Есть еще 2 минуты у них на то, чтобы отстреляться и ответить им голом в ответ. Но этого нет. Промахи, промахи, еще раз промахи. Отличная игра от Дриллы. Дриблинг опять-таки никто не отменял. И вот сейчас надо идти вперед всему коллективу РГБ. В прошлый раз они сумели сравнять счет. Нам напоминают, что в этом полуфинале впереди Дрилла, ни разу до серии не проигрывшая и пока не познавшая горечи поражения. И в данном противостоянии второе место в РУ-регионе заняла команда РГБ. Соответственно, первыми были их сегодняшние соперники у себя в Еврорегионе. И опять мяч очень близко. Опасный момент. Одно попадание может решить исход, но его нет, друзья. РГБ выбивает, спасаются чудом. Они просто неистово пытаются отстрелять по мячу. Сейчас у Дриллы простая тактика. Не позволить сопернику перейти в нападение. Не дать выйти. А времени совсем немного остается. Минимальное преимущество Дриллы. И команда очень комфортно себя чувствует. И посмотри, какая синхронность передвижения. Вот эта вот тройка, она за мячом постоянно перекрывая всевозможные траектории атаки. Они просто сдерживают. Вот то, о чем я говорил. Это и есть игра корпусом. Да, они не вплотную играют. Они не бьют по мячу своим. А вот эта игра корпусом уже есть. Какая-то конфронтация, попытка сломать друг друга лицо вот в таком ближнем бою. Но нет, друзья, уезжает далее. ЛК в ближнем бою очень хороший. Хочу обратить ваше внимание именно на угол. Как хорошо. Ох, как здорово. Сейчас есть шанс у команды РГБ. Надо только дострелять. Не успевает вернуться. А ты обратил внимание, Игорь, что все ребята из Дрилла, они экономят свою скорость, вот этот запас дополнительной энергии, чтобы, возвращаясь в защиту домой, как раз-таки вот в этом эпизоде использовать всю эту дополнительную энергию. Такое постоянно происходит, и причем делают они это синхронно для того, чтобы действительно вернуться. Это как здорово, интересный момент. Это был шанс, но все эти шансы ушли на нет, потому что Дрилла очень классно попадала по мячу. Ну и что же, 8 секунд до победы команды Дрилла. Я уверен, РГБ тут уже ничего не сможет с этим сделать. У нас, судя по всему, готов первый финалист сегодняшнего дня танкового футбола. Им действительно стоит похлопать. Да, не шикарно, проиграли ни разу. Шикарно. Дрилла великолепно отстрелялась в этом полуфинале. Ну, мне кажется, вот эта команда сейчас такой эталонный танковый футбол показала. Есть один очень хитрый план в исполнении команды Дрилла. Она никогда не старается просто так стрелять по мячу. Если вы обратили внимание, то они пытаются всегда стрелять в сторону створа ворот. То есть в сторону угла, в сторону какой-то половины поля соперника, именно где-то в бок, на фланге. Они не отрабатывают, они стреляют всегда именно по касательной к углу мяча в створ ворот. И таким образом выигрывают. Вот далее, когда будут играть, тоже предлагаю вам все-таки запомнить этот элемент, и все
все-таки в связи с этим они и выигрывают. И далее мяч очень часто пересекает створ, и, соответственно, нужен лишь один точный выстрел для победы. Этот полуфинал у нас быстро закончился, у нас есть возможность посмотреть лучшие моменты, ну и, конечно же, гол. Единственный гол, который влетел вот в этом третьем бою. Из 5 возможных понадобилось ровно 3 для того, чтобы команда от Еврорегиона оказалась в главном сражении этого сезона танкового футбола. Просто посмотрите, какое количество опасных моментов могло быть, но я думаю, вы видели все сами только что, там реплеи никакие дополнительные не нужны, дрил, ну, лидировал, на мой взгляд, на голову. К сожалению, РГБ покидают этот турнир. Но на самом деле РГБ просто поздно сориентировалась. Наверное, дай им большую практику, у команды была бы возможность чуть лучше вот здесь вот выступить. Но это говорит о том качестве соперников, которое у них было. Ну, наверное, может быть, оно где-то уступало. Может быть, где-то повезло, где-то подфартило. Мы не можем говорить, кто из вот этих сборных был Исландией, кто был Францией, кто был Англией. Но да, по результату все они Англия, потому что они на квалификационном уровне выиграли у всех своих соперников. Но если говорить исключительно об этом полуфинале, здесь было все просто потрясающе, все в одну сторону в основном. И да, мы уже обратили внимание на то, что за все 3 боя только один мяч побывал в воротах команды Дрила. Это шедевральный результат, я думаю, его стоит отметить и запомнить, при том, что нас ждет впереди финальное противостояние. И очень интересно, что за тактику выберут их будущие оппоненты. У нас будет еще одна встреча, еще один полуфинал между двумя сильными коллективами. И пока вот тут разница в классе видна, друзья. Тут Дрила просто разорвали своих оппонентов. Причем можно перечислять бесконечное количество тактик. Опять-таки синхронные выстрелы для того, чтобы придать ускорение мячу. Дальше какое-то продолжение этого мяча, опять-таки выбивание в створ ворот и просто то количество раз, которые могли воспользоваться команда Дрила вот голом, именно попыткой даже возможности гола, просто зашкаливает. Но у нас есть еще небольшой ролик о спонсорской помощи, друзья, поэтому давайте посмотрим все-таки, куда же, какие турниры без спонсоров. Торнадо Energy. Do damage. World of Tanks. Совершай повседневные покупки и получай золото в игре World of Tanks. А еще месяц премиум аккаунта и огромное количество внутриигровых бонусов. Это студия Wargaming, танковый футбол, финал сезона длиной в целый месяц. Завтра состоится главный полноценный футбольный матч, и мы узнаем имя лучшей команды 15-го Евро. У нас же первый танково-футбольный сезон, и мы знаем команду, которая точно будет сражаться за победу. Это Дрила из Еврорегиона. Ребята, которые представляют Словакию и Латвию, они сейчас, наверное, бурно празднуют свою шикарную победу. 3-0. Им хватило всего лишь 3 матчей для того, чтобы завоевать свою путевку в главное противостояние. Я очень рассчитываю на то, что соперники потенциальные смотрели за тем, как идет этот полуфинал, и уже пытались прорисовать себе тактику. Правда, им сейчас нужно узнать собственную тактику, узнать соперника поближе. Вот это приятный момент, при том, что ты показал сейчас свою тактику, но твои соперники вынуждены уже показывать свою, все-таки это трансляция, вы сами понимаете, и они могут себе позволить немного отдохнуть, выдохнуть, да, все-таки поговорить немного, там, будь то TeamSpeak, будь то Skype, о том, как они будут действовать дальше. Ну а пока мы будем наслаждаться зрелищем чуть-чуть попозже уже вторых коллективов. Это команда Quark против коллектива Score or Lose, друзья. Да, мы уже полноценно можем, да, мы дождемся итоговой статистики этого полуфинала, хотя мы понимаем, что она так, как будто кто-то наклонил эту скамеечку в одну сторону, и все скатилось. Неравный бой. Да, все скатилось в сторону команды из региона. Она, конечно, великолепно отстрелялась на квалификационной стадии, но вот он, финал со своей непредсказуемостью. И здесь они просто не успели подстроиться под соперника. Стало быть, надо играть от себя. А для того, чтобы вы
выстроить свою тактику, надо провести огромное количество сражений. Не знаю, там, если смотреть на статистику ребят из коллектива Quark, то этих боев у них просто огромное количество. Я, пожалуй, представлю, по возрасту здесь они более-менее соответствуют друг другу. 28, 23, 31 год. Опытные танкисты. Посмотрим, как у них дела обстоят с футболом. Кстати, каждый из них, разумеется, следил и за тем, что творится на полях Евро. Болели за Исландию, за Россию, за Уэльс. Но эта команда как раз-таки представляет полностью Россию. Недалеко друг от друга все эти регионы, откуда родом танкисты находятся. Но мы перейдем сейчас к их оппонентам. Это коллектив под названием... Score or Lose, друзья. И у них тоже достаточно разный состав, именно опять-таки с возрастом связанный. И вот те коллективы, которые будут биться далее за право выхода в финал. Давайте представим сразу же никнеймы. Score or Lose — это RON98, FCSG96 и Lucky Punch. Ну и команда Quark — это Каракуля, Карусель и Вар. Да, вот эти вот названия латиницы всегда доставляют. Я уверен, что наши англоязычные коллеги оценят эти никнеймы и смогут их должным образом произнести. И частенько такое случается и в киберспорте, друзья, даже переименование. Кстати, если говорить о киберспортсменах, которые принимали участие в этих боях, то их было тоже огромное количество. Вспоминаю постоянно того же Булку, который тоже принимал участие и дошел до полуфинала, по-моему, последней стадии. Но, к сожалению, они не смогли переиграть своих оппонентов и остановились в нескольких шагах вместе со Снегачом. Ну, бывает такое, были и трансляции, можете найти на их канале. Ну и до матча остаются тоже считанные секунды. Стало быть, давайте мы уже представили по возрасту ребят из России. Полноценно можем говорить, что это не просто Ру-регион, а команда от России. Их соперники представляют смешанную такую нацию — немцы и в запасе швейцарец. Вот так вот у них получилось. Ребята достаточно молодые, одному 18, одному 17. Ну и есть у них, скажем так, возрастной лидер — это 28-летний Тоби. Не знаю, за что именно он будет отвечать. Разумеется, он болел за Германию, и мы будем очень рассчитывать, что он и его соратники по танковому футболу отошли от поражение в полуфинале от Франции. Ну, мы сейчас опять-таки пытаемся провести параллели с футболом, который, в общем-то, в своем первозданном виде играется где-то там во Франции. И уже на Сен-Дени все готово к финальному матчу, который состоится завтра. А у нас же все готово к тому, чтобы стартовал второй полуфинал. Еще раз напомним, что в этом матче до трех побед бьются соперники. Да, ну и как мы уже видели, в принципе, этих трех боев вполне достаточно для того, чтобы определился победитель. Я надеюсь на то, что в этом противостоянии будет борьба, и у нас все-таки будет какая-то разница даже в раундах, при том, что когда все летит в одну калитку, ты не понимаешь, что происходит. Казалось бы, огромное количество мы посмотрели, но готов следующий бой. Смотрим Quark против Score or Lose. Ну и поехали, смотрим за стратегией и тактикой от этих коллективов, чего же они будут придерживаться. Ну и, соответственно, есть уже финалист, и он представляет Еврорегион. Здесь что у нас будет? Европейское дерби очередное, где уже Score or Lose однажды проиграли ребятам из Словакии и Латвии, соответственно, команде Дрила. Будет ли это повторяться, либо все-таки Quark пройдет это полуфинальное сражение? Кстати, очень опасный момент. Кварки могут пропустить прямо сейчас. Орудие не всегда тут может подняться до таких высот. И в результате Score or Lose выходят вперед, вырывают первый мяч. Но не стоит забывать о том, что надо выбивать далее. И не получается. Еще один прострел может из... 1-1. Да, мяч летает тут же в ворота. И спустя минуту после стартового свистка у нас счет уже изменился дважды. И сразу же из центра поля. Ну, конечно, вот это введение мяча, оно достаточно опасно. И если кто-то научился пользоваться и точно попадать по мячу в порезанный... эти моменты, то, конечно, это большой шанс. Траектории Карусель тут попадает. Каракуль ему всячески пытается помочь. И пока тщетно, не могут забить створ ворот Кварки. Но были близки к этому как никогда. Score or Lose выбивают мяч на центр. И по-прежнему есть, как мы видим, один голкипер ФЦСГ. Ну и Рон вместе с Lucky Punch пытается в рамках средней линии как-то выбить его дальше от своих ворот. Одна из важных стратегических задач — это экономить заряды. И не должны
партнеры по команде одновременно оставаться пустыми. Вот сейчас именно такой момент мы наблюдаем, и мяч беспрепятственно катит в сторону ворот Кварков, но при этом Карусель, который пытается всеми силами вернуться к своим воротам, и у него нет заряда ускорения. Кстати, вот интересно, я у ребят из Кварков вообще никаких зарядов не наблюдаю по ускорению. Неужели они без этой опции действуют? Ну, кстати, интересный момент. Я уверен, там проверят, посмотрят, что же происходит. Мяч вылетает в перекладину. И далее есть возможность забить. У Кварка второй мяч но подряд. Нету зарядов. Нету зарядов. Все были пустыми. Все перезаряжались. И сейчас опять Кварк атакует левым флангом. Очень опасно здесь. Они прессуют своих соперников. И смотрите, какое давление. Один должен оставаться. Это ВАР 27. Каракуль. Воу! Первый опасный момент для танка, друзья. Можно и перевернуться. Тут не забываем об этом. Никто не торопится тратить свой снаряд. Ну и что же, можно попробовать забить. У ВАРа, правда, нет возможности отстреливаться. И Каракуль вынужден продлевать. Мяч выбивает в створ углового. Но здесь несколько иная тактика, особенно у команды Кварк. Вот здесь они корпусом очень близко к мячу действуют. То есть не только прикрывают возможную траекторию продвижения, но и очень классно дорабатывают мяч в случае необходимости. Причем, вот когда я играл, у меня очень кривенько это получалось. Я постоянно не попадал по мячу, мне очень сложно было сориентироваться, но они, видимо, много боев провели и физиологию изучили от и до. Да, конечно, там представь, какое количество тренировок только было сыграно, и интересно, что же там за спарринг-партнеры были у этих финалистов, друзья, полуфиналистов, вернее. Сейчас ВАР сыграл как Джанлуиджи Буффон. Он находился буквально в воротах и отбился от этого эпизода. Пытается 96-й найти путь вновь в штрафную площадь Кварков, но мяч уже на половине score or lose. Ну и, друзья, надо выбивать. Кварки близки к тому, чтобы попробовать-таки досадить еще score to lose, опять-таки накинуть мяч в их створ ворот, но тщетно. Тщетно, друзья, мы видим, что никто не торопится толкаться рядом с мячом. Все просто прицельно отрабатывают и ждут первого промаха. Ведь тут так получается, что кто промахивается, тот и допускает возможность для противника. Но есть очевидный просчет у красных, у Score or Lose. Это то, что они кучкуются. Да, обратите внимание, они несколько раз втроем рядом находились по одному игровому эпизоду. Это, конечно, шанс, которым Кварки должны пользоваться, потому что они по полю, выбор позиций у них лучше происходит. Я бы не сказал, что сейчас они идеальны, но у них есть чистые голкиперы, это ВАР. Отличный выстрел! ВАР стреляет, где там он был. И мы не видим у них ускорения, у синих нет ускорения. О, звездное космический небо. Мяч. Это не Аустерлиц. Да, это немного другое, друзья. Ну и что же, ВАР, конечно же, мог затащить в том эпизоде, если бы попал. И в очередной раз эпизод, когда точность решает многое. Карусель продлевает, помогает ему Каракуль. И посмотрите, с какой скоростью просто мяч перемещается с одной половины поля на другую. Врывается в штрафную, но тут Рон, капитан команды, готов помогать и отражать любую угрозу. Кстати, пытается он также помешать за счет корпуса. Неплохой такой дриблинг выходит. И все-таки тут немного потеряли сноровку игроки команды Score or Lose. Кварки перехватили инициативу и сейчас смогут забить, но нет, не получается. Score or Lose выбивают мяч на середину поля и далее пытаются таки попробовать оформить в некоторой степени камбэк. Ой, отлично играет Каракуль. Очень здорово он подстраивается под этот мяч. Успевает перезарядиться, точно попасть. Ну, в общем-то, все было исполнено великолепно. Полторы минуты, и это шанс. Шанс на атаку. Опасный мяч очень близко. Игра корпусом. Лаки Панч просто оказался там, где нужно. В нужное время, в нужном месте. И далее, опять-таки, мяч не попадает ни в одну из сеток ворот. Можно продолжить. Ну и мы рискуем посмотреть вторые допы, друзья. Эти прицелы, которые пересекаются в одной точке, просто божественны. ВАР должен выбивать, но он промахивается. Боже мой, Кварки слишком рискуют. Слишком сильно опасный момент. Это гол! Вот это да! Как вышли из обороны в атаку. Фут-танкист и Score or Lose. Шанс для Кварков прямо сейчас сравнять счет, но нет, соперник этого уже не позволяет. 50 секунд остается, вот эта развязка. Основное время близко к завершению, и если все так закончится, то и в этом матче вперед выйдут европейцы. Достаточно драматическая развязка получается, друзья. Мы понимаем, что есть шанс на ошибку, есть BL5, и все-таки тут можно попробовать закомбэчить, при том, что будет, конечно, грустно отпускать такую партию, но что поделать, друзья, в очередной раз Карусель промахивается, и это не приносит успеха. Он был в отличном, в отличной позиции, но, к сожалению, не смог должным образом пробить. Но играть надо до последнего, до последней секунды, и победитель бьется
как говорится, до самого конца, даже, наверное, не до конца, а без конца. Поэтому сейчас пока есть время, и, может быть, это будет шанс. 5 секунд до конца, 3, 2, 1, все. Это поражение, score or lose выходит вперед. Но в данном случае получилось score больше, чем lose, 2-1, и команда из Еврорегиона выходит вперед. Кварки играли здорово, вопросов нет. По их движению, по взаимодействию мне они понравились больше. Небольшая суетливость была у Score or Lose, но у них вот этот, есть у них игрок Lucky Punch. Вот это Lucky было на их стороне. Давайте посмотрим, как поражали соперники ворота друг друга. Да, у нас есть самые интересные моменты этого противостояния, этого первого боя, друзья. Ну и поехали, реплей. Первый опасный момент, как раз-таки мяч ударяется в перекладину, попытка выбить и промахивается вар. В результате мяч попадает в сетку ворот, score or lose открывает счет. Вот есть порядка полутора минуты до начала следующего матча. Я думаю, ребятам из Кварков надо серьезно задуматься над ускорением, которое у них отсутствует. Я думаю, это не ошибка передачи данных, а у них действительно, я и не видел, чтобы они где-то эпизодами ускорялись. А это серьезная потеря, особенно в моментах, когда тебе надо обороняться. Посмотрите, как горцует этот парень FCSG, я уверен, ощутил все возможные эмоции. Да, ну такой и супермен танковый. Просто тащит. И вот еще один опасный момент, опять-таки тот самый промах от вара. Могли они выйти вперед прямо сейчас? И вот еще один опасный момент. Кварки могли тут выигрывать, но вот череда промахов все-таки зарешали в пользу оппонентов. Ведь потом известный за факт. Шиворот. За шиворот, как Марко Ван Бастен когда-то Ренату Досаеву. Вот примерно с такого же угла, непредсказуемо. Но в данном случае, ну не знаю, сложно сказать, насколько закономерной является эта победа. Она абсолютно трудовая, здесь было 50-50, но в концовке повезло score or lose. Да, друзья, ну напоминаем, что шанс на ошибку имеется у всех. Это все-таки полуфинал, и тут есть возможность отыграться, а не как ранее было в групповых стадиях без права на ошибку. Какие-то 30 секунд остаются для начала следующего матча. Полюбопытствуем мы, что будет там и далее. Но вот в целом, по тактике, есть какие-то отличия? Вот насколько после первого боя? Все-таки вот как ты думаешь? Я думаю, синим надо придерживаться то, что у них есть. У них это здорово получается. Им не хватает скорости в движении. И если они будут в дальнейшем проигрывать, соперник, разумеется, будет этим пользоваться. Сейчас у них, ну, наверное, есть какая-то поддержка, которая могла им подсказать, что, мол, ребята играют без дополнительных зарядов. У нас все же прямой эфир, и этим можно каким-то образом пользоваться поддерживающим сторонам. Ну что, вторая игра этого полуфинала. И начинает Кварк очень решительно, сразу два танка отправляются вперед, в том числе и Вар, который действовал больше в обороне. И смотри, буквально все троицы, они сейчас перешли в центр поля и без зарядов, правда, действуют, но стараются удержать мяч на половине европейцев. Оставляют свои стройные ряды, Вар по-прежнему у них голкипер, также игрок, который играет больше в дефе. Ну и вот сейчас отличный момент для того, чтобы забить от перекладины первый мяч. Выигрывает команда Кварк. Я говорил Кварк о том, что есть швейцарец. Этот швейцарец как раз-таки в основном составе. Это тот самый 96-й. А вот Тоби, самого взрослого участника коллектива из Европы, мы не наблюдаем. Соответственно, сейчас за немецко-швейцарскую команду бьются ребята 17, 18 и 20 лет. Но это так, информации ради, но через минуту после возобновления полуфинального противостояния и старта второго матча впереди синие. Еще и сейчас один. Они делают счет 2-0. Да, мяч очень уверенно катится за линию. Хорошее возобновление игры, и Кварки явно знают, что делать. Ну и посмотрите, с какой прицельной точностью отрабатывают этот третий мяч подряд. За какие-то 2 минуты, даже полторы минуты хватило команде Кварк. Полторы минуты, что они только что сделали. Вот это да, Кварки, вы молодцы. Это какая-то божественная стрельба. Я не знаю, каким образом у вас там наводятся эти ваши датчики, но это было очень круто. Я не буду сейчас ни на что намекать. Мне сказали, что, ну, я как
человек прежде всего из спорта, все же на другие вещи обращаю внимание и называю это просто мельдонием. В данном случае я не знаю, что надо было употребить, чтобы за полторы минуты вот так вот в одну калитку после очень равной игры так в одну сторону переиграть соперника. Вот, кстати, это очень важная тема для разговора. Важно на тренировках отрабатывать определенные моменты. То есть мы говорили о стратегии, да, о общепринятой стратегии, но вот момент ввода мяча, он тоже очень важен. Мы видим, как кварки просто умудряются два раза подряд забить за какие-то считанные секунды. Это разгром 3-0 за полторы минуты, и я уверен, сейчас противники просто в смятении. То есть для кварков такая интересная задача. Можно либо пропустить, либо забить, но начиная или возобновляя игру от центра поля, имея шанс там выстрелить по мячу, они имеют потрясающую точность и большую возможность для успеха. Причем мы видели там два или три попадания сразу же по мячу со старта, с ввода его в игру. И далее мяч, конечно, колыхался там в одну, в другую сторону, но после всех прочих выстрелов он пересек сетку ворот именно команды противника. Скор or lose проигрывают в этом противостоянии очень быстро, и сейчас им нужно как раз-таки очень быстро вернуться но в это противостояние. Но нам-то здорово, мы получаем настоящее удовольствие, когда вот так вот плотненько, когда нет перспектив вот уже сейчас назвать победителя, в общем-то, нет фаворита. Счет 1-1, а вот в этом матче, во втором полуфинальном противостоянии до трех побед, кварки даже, наверное, там меньше, чем полторы минуты понадобилось, минута 25. Это второй мяч, который влетает в ворота. Ну и смотрите, сейчас от центра поля в очередной раз возобновляется игра. Вот. Выстрел с одной стороны, с другой, и мяч по совершенно незамысловатой траектории перелетает всех и оказывается в третий раз в воротах. Потрясающе. Даже если скоро Лус хотели что-то сделать, у них просто элементарно не было шанса выстрелить, ведь была перезарядка в районе 7 секунд со всеми дополнительными ускорителями и прочими моментами, опять-таки доп-пайками, экипажем, друзья. Вы сами прекрасно понимаете, что можно посадить там любого главнокомандующего, ну и в танк, собственно говоря, с любого танка. Ну и сейчас есть шанс оформить камбэк. Счет 1-1, все начинается. Смотрим сначала. Смотрим третий матч. Кварки могут вывести сборную России в финал, то, чего не удалось или же сборная России Слуцкому. И проиграет и сейчас. Ну посмотрим, давайте дальше. Сопереживать участникам этого противостояния. Одни европейцы уже в финале точно есть, и они будут бороться за главный приз танкового футбола от компании Wargaming. Смотрим, чем закончится вторая полуфинальная схватка. Счет, напомним, здесь 1-1, но уже 30 секунд никто не забивал. И по-прежнему синие играют без каких-то дополнительных опций. Но как же здорово они распределяют свои усилия. Нет зарядов. Есть только у карусели, но он очень далеко от траектории в сторону ворот Скоро Рус. Очень здорово выбивает створ ворот команды Кварк. И был опасный момент, но смогли тут немного подрезать мяч в обратную сторону. И в очередной раз перескакивают через FCFG. Ничего не может сделать Lucky Punch. Рон должен помогать и попытаться попасть, но он промахивается. И далее шанс у Кварков в очередной раз выйти вперед и, возможно, даже забрать себе этот раунд. Швейцарско-немецкая тройка пытается отобороняться, но на самом деле вот иногда в большом футболе есть такое понятие, играют без центра поля, потому что мяч то на одной, то на другой стороне. Сейчас, соответственно, вновь ближе к воротам синих, которые очень грамотно обороняются, даже ВАР выезжает очень далеко из этой рамки. Мы помним его буфоновский потрясающий сейв в самом первом матче, который команда не сумела оставить за собой, но он уже в истории. Но вот в прошлый раз к этому мгновению игра уже закончилась. Сейчас же 0-0. Это говорит о том, что каждый из соперников прогрессирует вот по ходу этого полуфинала. Стоит отметить, что Варта пришел в форму. Это может быть автогол. Рон подрезал, и тут FCFG просто сам себе забивает мяч. Зачем? Сейчас из центра поля, и здесь надо стрелять. Стрелять из всех орудий. По-моему, все пустые. Все пустые, надо возобновляться. 1-0 кварки в этом полуфинале лидируют. Ну и попытка очень неплохая от кварков в очередной раз перевести все в свою пользу. Проигрывают скор or lose середину этого раунда. В очередной раз FCFG, Lucky Punch, мчатся именно Игорь, к своим вот воротам. Мне, почему никто не стреляет по гусеницам? Мы с тобой несколько боев в одном взводе провели. У нас была замечательная варгейминская. У нас была компания. Боевая да, команда. Но мы все же хоть периодически стреляли по гусеницам. Здесь никто никого не обездвиживает. Я не помню, чтобы кто-то кого-то остановил таким образом. Неужели
они исключительно тренировались на мяче, стреляя вот в него и только. Ты знаешь, по поводу гусениц я еще могу понять, все-таки тут траектория мяча очень важна. Именно полет мяча, как-то правильно подрезать, подкрутить, все это важно. Но вот чтобы не ехать вперед и не мешать, опасный момент! Что происходит? Буквально в свои ворота скоро Лус второй мяч заносят, и тут же пустые ворота, да? Контратака. 2-1, друзья. Ну, это момент для Кварков в очередной раз показать их скилл игры на старте. Смотри, как все на изготовке. Кварк стреляет в сторону ворот. Очень опасно, но мяч в штангу должен угодить. Слушай, ну Рон хотя бы подготовился и прекрасно понимает, что надо ехать ближе к своим воротам, чтобы, не дай бог, в очередной раз Кварки так не забили. Ну и вводят мяч в игру. Скоро Лус из углового должны переводить ближе к центру поля, но пока им не дают делать это два каруселя. Очень хитрая тактика. Все три игрока Кварков оказались на половине соперников. 2-2 сейчас станет. Вот это да! Какой поворот! А ведь Кварки лидировали в этом матче уверенно 2-0. Все вот решится сейчас, сейчас и ряд промахов. Скоро Лус в очередной раз не попадает, но и Кварки не забили. Это очень важно. Они все-таки лидеры по таким вот голевым эпизодам на старте. Но здесь самое время делать ставки, будет ли дополнительное время. Лично мне кажется, что нет. Очень быстро развиваются события. Слишком жесткие команды, и причем они под стать друг другу. Это радует. Да, вот сейчас действительно видно, что они уже как-то сумели приноровиться к повадкам друг друга. И вот сейчас более грамотно скоро Лус обороняется. Как минимум два танка отряжаются для того, чтобы где-то там рядом со своими воротами находиться. Один, ну, видим, что Lucky Punch, видимо, самый прицельный. Он пошел в бой. Карусель с ним бодается. Мяч находится между соперниками. Посмотри, какой дриблинг. Посмотри, что он делает. Пытается, кстати... Да, на носовом платочке. Именно так это говорят. Пытается ввести мяч в опасной зоне. И если сейчас вар... Нет, он без заряда. Мяч летит мимо. Он, кстати, очень здорово подрезает мяч сейчас ближе к центру. Но можно помочь. Карусель, есть заряд, есть и у Каракуля в том числе, но пока не стреляют. И посмотрите, вот она сыгранность, вдвоем попадают, но там помогает защита от команды Scorer Loose, и мяч попадает в створ команды Кварк. Без Буговый. Ускорения продолжает двигаться команда Каракуль. Но ты знаешь, оно им походу и не нужно, они очень здорово действуют. Смотри, как они классно устраивают здесь перепасовку, а вот дальше надо держаться центра. Мяч очень опасно, кто попадет, тот промах. Имеет шансы на гол. Ну и вот, пожалуйста, один промах сейчас решил бы очень многое. Одно попадание решил бы многое, но в результате промахивается. И Кварки опять продолжают промахиваться. Они так начинали, в результате закономерно проиграли свой первый бой. Но надо возвращаться. А ведь Вар... какой камбэк. 2-0 ввели синие в этом третьем матче. В данный момент в полуфинале ничья. До трех побед действуют соперники. И 1-1. Вар занимает место в воротах, но у него нет заряда. Он только корпусом может играть все ближайшие несколько секунд. И посмотри, я в CSG, кстати, поехал в конфронтацию, в ближний бой с своими оппонентами. Уже не первый раз мы видим, как он пытается таким образом заполучить преимущество своему коллективу. Вар готов отражать мяч, но тут нельзя промахиваться ни в коем случае. Но как же долго он рискует и как долго ждет перед выстрелом. Можно же так пропустить мяч. И вот он момент, вот он шанс. Кварки забивает победный гол. 3-2 за 49 секунд до завершения третьего матча полуфинала. Друзья, счет становится 2-1 в пользу команды Кварк. Все-таки они смогли вернуться в это противостояние. Мы видим уже второй бой подряд, как они неистовствуют. И, ну, вот это все на равных, самое давление главное. Было, которое в какой-то степени напомнило стартовую встречу. Помнишь, там закончилось в пользу европейцев. Скоро Лус также на последних минутах пошли вперед. Ну, там, в общем-то, просто истекло время. Здесь же время не истекло, потому что до этого дважды и те, и другие успели забить. Но тот камбэк, который по ходу матча удалось сделать Scorer Loose, он, конечно, восхищает. Потому что команда 0-2 уступала, казалось, все. А до этого они получили вообще три баранки. И сами ничего не сумели противопоставить. Мы дождемся повторов, сделаем какие-то выводы и попытаемся представить, что будет в четвертом противостоянии. Но пока очень равная игра от обоих коллективов, друзья. И если честно, после вот такого счета 2-1 еще рано радоваться команде Кварк. Ведь таким образом можно и проиграть всю серию. Вот они опасные моменты, вот они резанные выстрелы, друзья. Были у нас и автоголы, но увидим мы чуть-чуть попозже. Счет 2-1, Кварки лидируют. И вот сейчас должен был быть забит еще один мяч. Но тут отрабатывает Scorer Loose и выбивает из створа своих ворот.
Этот гол сравнял счет 2-2, и после этого все ближе и ближе было дополнительное время, но в концовочке Кварки серией точных попаданий решают исход этого матча и вырываются в этом полуфинале вперед 2-1. Ну что ж, российская команда все ближе к главному матчу этого сезона от Wargaming. Да, друзья, еще раз повторим, что это, наверное, единственный такой танкофутбольный турнир, да, в котором наши могут победить, друзья. Понимаем, что, ну, что видимо, было на надо футболе. Надо было футболистам давать танки, чтобы они... Слушай, мне кажется, на танках у них получилось бы лучше, если бы они играли так. Но здесь самое главное, чтобы никто не зазнавался, как некоторые молодые парни из немолодой сборной России по футболу. Но обращаюсь прежде всего к тем, кто смотрел, болел, переживал. Ну а сейчас мы будем дальше переживать за соперников по этому полуфиналу, который, к слову, может закончиться уже через 7 минут игрового времени, если, конечно, все это время понадобится соперникам. Итак, игра под номером 4, Score or Lose против Кварков, которые лидируют 2-1. Да, друзья, матч-поинты, ну... Я уверен, что-то мне подсказывает, что все-таки мы посмотрим полное BO5. Неспроста эти команды так рьяно атакуют, так рьяно рвутся в бой. И поехали смотреть еще один матч в исполнении коллективов. Что же у нас будет на старте? Это врыв, это попытка выбить мяч и Кварки. Эти синие танки лидируют, и они выбивают все в пользу Score or Lose. Здорово начинают Кварки, они как минимум игру перевели на половину соперника. И вдвоем поехали вперед, Вар опять остается ближе к своим воротам. А Александр и Алексей, так зовут Каракуля и Карусель, они очень, ну они братья, вот которые... Это попытка, это момент. Синхронно атакуют, и мяч в воротах. Просто два промаха, Рон промахнулся в результате, разводящий центральный игрок Вар в очередной раз промахнулся. Но это не помешало мячу быть... В центре, вернее, в створе ворот, конечно же. Карусели, Каракуль должен выбивать и далее. Повезло Кваркам. Ну, мяч не попал, попал в штангу больше, да, какая-то траектория, где-то что-то кто-то подрезал, и в результате мяч ушел в сторону. Далее Lucky Punch будет биться здесь, в ближнем бою, FCSG в том числе. Немного сгущаются тучи над командой Score or Lose, мяч пересекает их половину поля, Карусель бьется вместе с Каракулем. Отличная траектория для мяча, не смог выбить Рон. Вар, он промахивается, наверное, я зацепил мяч, но не так, как хотелось бы, для того, чтобы изменить траекторию. Но опять держат не просто у своих ворот. И посмотри, как здорово по траектории, по какой хороший мяч летит. Тут Карусель не попадает, слишком поздно отстреливается, но есть попытка у Каракуля. Очень мяч грамотно Каракуль держал заряд, но сейчас заряд есть только у Карусели, который находится очень далеко от этого игрового эпизода. Каракуль промахивается, это контратака, нет зарядов. Рон издали пытается попасть по мячу. Вот уже и 96-й готов возобновить вот это наступление. Игра переходит на половину Кварков. Вар в очередной раз промахивается. Это автогол, друзья. Вар в какой-то степени помог своим оппонентам забить. Но это разводной мяч. И тут надо не промахнуться. Надо понимать, что Кварки очень здорово в одной мяч все-таки отыгрывают. 1-1 в этом четвертом противостоянии. Lucky Punch около мяча поджидает своих соперников. Каракули и Карусель пытаются на дистанции действовать. Вар сейчас очень близок к центру поля. Если мяч вдруг попадет как раз таки в середину, то есть шанс атаковать ворота. Кварку, вернее, Вару нужно вообще собраться. Он очень много промахивается, очень часто не попадает по мячу. И это приводит к тому, что проигрывает команда Кварк. Score or Lose, несмотря ни на что, близки к тому, чтобы идти к пятой решающей партии, но пока этого нет. Вар в воротах, уже не доверяет ему Карусель, ближе перемещается к самим воротам, к сетке, но тут помогает Каракуль и все-таки действует далее в рамках своей тактики. Вот сейчас Вару нужно отстреливаться, и это попытка забить еще один мяч. Score or Lose могут повести, но этого нет, друзья, не попадает, не было зарядов. И Рон должен выносить этот мяч в сторону команды. Здорово обрабатывает, он его принимает на корпус. Сейчас должен 96-й немножко подсобить. По-прежнему Вар находится... Отыгрывает головой. Ну, вот здесь вот ощущается распределение. Ох, какая траектория. Слушай, как же, мне кажется, мне казалось, мяч сейчас просто улетит с поля. И я не знаю, что в таких случаях будет. В нашем случае, может быть,
следующем танковом чемпионате появятся угловые, появятся ауты, может быть, появится большее количество участников на поле. Но сейчас играет 3 на 3 и до 3 побед. Кварки впереди. 2-1 в серии. В этом матче счет по-прежнему ничейный. 1-1. Играть еще чуть более 3 минут. Очень здорово. Вар вот сейчас попал. Он как будто услышал всю твою критику, Игорь. И ты знаешь, надо собираться. Играть. Все-таки это полуфинальные матчи. Далее вот исход даже одного промаха может решить, собственно, исход всей встречи. В данном случае, да. В данном случае, если этот промах будет от команды Скоро Рус, и мяч опять очень близко к воротам красных, но он летит на угол. Карусель, каракуль, у всех есть заряды. Правда, тут же оба отстреливаются, и сейчас надо играть корпусом. Все-таки из-за отсутствия такого вот углов мяч может пролетать по такой интересной траектории, что порой диву даешься. Карусель близок к тому, чтобы выбить в створ ворот, но тут отличная игра от команды Скоро Рус, но все-таки попытка есть. Карусель первый на перезаряде, пытается тут помогать за счет ускорения, но тщетно. Продолжается атака. Надо... сейчас индивидуально такой напряг сделал у ворот Скоро Рус, именно у ворот, хотя мяч был близко к центральному кругу, но он настолько нагнетал. Но давай не будем забывать и напомним нашим зрителям, что счет ничейный, это говорит о том, что вполне возможно дополнительное время. И вспомним, что в первой игре все шло именно к экстра-тайму, но закончилось в пользу Скоро Рус. Попадает ВАР в этой ситуации. Очень опасный момент в очередной раз у ворот команды Кварк. Скоро Рус должны попробовать такие... взять быка за рога, но не получается, друзья. И ФЦСГ вместе с Роном в очередной раз вынуждены выбивать со своей половины поля этот мяч. А вот сейчас, кстати, начинаются те минуты, когда надо включать план Б. Не получилось забить. Ох ты! Ну, я думаю, у тех, кто дошел до столь высокой стадии, он просто обязан быть. Без него невозможно. Тут очень важно еще помнить о том, что нервы – это очень серьезная вещь. И ВАР все-таки должен собираться. Посмотрим сейчас, как он отработает в этом опасном моменте. Ведь Lucky Punch уже очень близок к мячу. Одно ускорение. Он уже, кстати, его потратил. Мы это видим. Но все-таки он может тут досадить, выбить мяч в створ ворот. Помогает тиммейт. Выстрел, прострел. Опять-таки в ЦСКА промахивается. Опасно. А, кстати, ВАР сыграл гениально в эпизоде обороны своих ворот. Он не тратил свой заряд. Он попросту сместился по линии и тем самым просто выбирал лучшую позицию для того, чтобы в случае чего играть корпусом. По-моему, здорово. Такое простое и очень правильное решение. Сейчас опять мяч на половине Скоро Рус. Остается совсем немного времени. И пытается карусель здесь единолично, в прошлый раз неплохо нагнетал он ситуацию. Очень опасное движение мяча. ВАР промахивается. Нет зарядов у Скоро Рус. Да, мяч вылетает в сторону команды Кварк. Опять-таки на половину их поля. И ВАРу в очередной раз нужно защищать свои ряды, свою команду, друзья. Мяч попадает в створ. ВАР, но... здорово. Прямо в воздухе расстреливает мяч. Ты знаешь, мне кажется, он исправляется. По ходу матча он все более прицельно бьет, он здорово выбирает позицию. У нас очередное дополнительное время, к слову, первое в рамках этого полуфинала. Не заметили, как закончилось, друзья? Я уже вовсю погрузился все-таки в это противостояние, пытаюсь оценить тактики и личные характеристики отдельно взятых танкистов, друзья. Ведь все это в рандоме, конечно же, важно. Точное попадание, тактика и очередной розыгрыш мяча. Все мчатся на центр, причем, обратите внимание, по два танка с каждой стороны. Мы видим это уже не в первый раз, это именно стартовая тактика от каждого коллектива. Ну, вот Lucky Punch, такие Мануэль Нойер и Игорь Кенфеев, это у нас вот так вот, да? Ну да, если здесь в основном Россия, да, есть еще и швейцарская часть, но все же Швейцарию здесь представляет 96-й. Попадают тут игроки команды Кварк, выбивают мяч на поле Скоро Рус в их половину. Ну и Lucky Punch будет пытаться сражаться тут в рамках ближнего боя. Ну и пока мяч больше все же пребывал на половине Кварков, а это значит в пользу Скоро Руса. Но сейчас очень опасно. Будет ли у кого-то возможность прострелить? Как же здорово карусель играет. Есть выстрел, есть выстрел! Ох, но это штанга! Штанга принимает этот удар на себя. Мяч взмывает воздух, зависает над штрафной и падает где-то там в районе угла этой самой штрафной площади.
Два промаха сейчас чуть было не поставили крест на игре команды Scorer Lose, но по-прежнему опасность сохраняется. Нет заряженного выстрела, и Кварки тут тоже рискует. Это контратака от команды Scorer Lose. Вару нужно попадать, несмотря ни на что, иначе все может кончиться плачевно, и там пятое решающее. Вар въезжает в ворота, чтобы в случае чего обороняться. По-прежнему в пользу синих. Время, которое мы видим, но уже через мгновение оно перейдет на половину скор. Орлус по секундам, это уже 48 на 42. Очень своевременный прострел от Вара. Нужно продлевать мяч на половину поля команды Скор. Ох, как здорово. Трон 98 издали расстреливает мяч и не позволяет ему пересечь центральную линию. Но сейчас это не помогло. Он был холостым. Мяч летит к воротам. Здесь Лаки Панч. Опасно! Летит... штангу. Ну, это вот был... штанга как будто медом намазана. Да? Это был выстрел сюда от команды Scorer Lose, причем это чуть было не стало автоголом и, кстати, решающим гвоздем в крышку команды Scorer Lose. Ну что же, да, створ ворот, конечно, весь отбили, что Кварки, что Scorer Lose. Ну и давайте смотреть в очередной раз ситуация с розыгрышем из угла скругленного. Ну и Каракуль вместе с Каруселем будут бороться за этот мяч. Лаки Панч, посмотрите на этот дриблинг, посмотрите шикарная это желание. Шикарная игра корпусом. Это то, что я хотел увидеть, потому что мы много видели попаданий дальних, но вот такая игра корпусом, это может стать для Кварков главным бонусом в финале, потому что они к этому финалу на расстоянии всего лишь 10 секунд, но не будем говорить гоп, пока не закончилось время этого матча, еще есть шанс у Score or Lose, но и не будем забывать, что вот эта вот минута, если вдруг кто-то забьет мяч, и этот кто-то будет в красной форме, то мы будем смотреть за пятым противостоянием этого полуфинала. Да, пятая решающая, друзья, и она возможна. Если сейчас мяч останется на половине команды Кварк, выигрывает именно Scorer Lose, и опасный момент, прострел из центра может решить исход этого поединка, но мяч выносит Кварки, и далее надо сражаться Scorer Lose. Мяч, посмотрите, в опасном положении сейчас находится. Все, Кварк в финале. Ну что ж, мы поздравляем команду, представляющую Россию. Да, финал будет Россия, Словакия. Где-то это я уже видел. Когда ты это видел последний раз? Совсем недавно. Там, правда, не было Латвии, но закончилось для россиян не лучшим образом. Это не было в финале еще тоже, стоит отметить. Далековато было до финала, причем групповая стадия, друзья. Ну а тут есть шанс у наших парней выиграть, вывести, так сказать, свой футбол на новый уровень, да и российский футбол в какой-то степени. Это, конечно, в некоторой степени утешает, друзья. Я уже представляю заголовки газет: российские фудтанкисты победили. Но ладно, шутки в сторону. На самом деле сейчас участникам главного противостояния надо собираться. Мы же смотрим повторы этой длинной, самой длинной встречи сегодняшнего нашего вечера. И в этой встрече счет открыли Кварки. Ты знаешь, Игорь, вот глядя на то, что сейчас происходило на поле в этом матче, в предыдущем, не совсем понятно, что было в той встрече, где Кварки выиграли со счетом 3-0. Почему Scorer Lose после того, как в упорном противостоянии оно было равным. Все же было равным. То, что нам показало с первых минут, оно имело место быть до последнего. Мне вот, например, непонятно, откуда взялись эти 3-0. Ты знаешь, что если бы у нас была какая-то аналитика, я уверен, мы смогли бы там в должной мере оценить, кто стреляет, каким образом. Да, вот ВАР опять-таки в стартовом поединке, в первом бою, был недостаточно точен. И там смогли Scorer Lose за счет таки, может быть, мандража от команды Кварк, может быть, еще чего-то, таки одолеть своих оппонентов и выйти таким образом вперед. Но после, в последующих двух матчах, в последующих двух боях, они смогли таки действовать как единый коллектив, единая команда, и таким образом, за счет точности, за счет отличных стратегических действий, они вырвали вторую победу, немного оступились, и далее, пожалуйста, третья. Здорово сыграла команда Кварк. Ну, на самом деле, то, что они сделали в четвертом матче, который стал последним, это как раз-таки сила воли. Мяч, помнишь, он там был то на одной стороне, то на другой. Там доходило вот до считанных секунд. Было там в районе 85 против 90. Они сумели отстоять, сумели выпихать мяч. Но я еще раз отмечу, вот я восхищаюсь этим, потому что это первая команда из четырех полуфиналистов, которая сполна здорово действует не только на расстоянии. Вот у Вара, ты говоришь, не пошло.
вот эти вот попадания, что-то там мешало, где-то он там, не знаю, может быть, тот же мандраж влиял. Здорово играли партнеры корпусом. Вот этот дуэт братьев Каракулей. Братья Каракулей, это уже, знаешь, как братья Березуцкие. Да, они великолепно действуют, и надо сказать, что они моментами в одиночку нагнетали такую серьезную обстановку у ворот своих оппонентов, что score or lose, ну, просто не могли ничего с этим поделать. И давай вспомним, что первыми все-таки в этом полуфинале повели европейцы. Впоследствии они три матча подряд проиграли. Что любопытно, score or lose пытались менять свою тактику. Помнишь, сначала они пытались как-то с дальних дистанций отстреливаться так же, как делали и предыдущие пара полуфиналистов. У них вообще такой Навальный вариант был, потому что в первом матче они втроем двигались синхронно. Там у них такой был свиньей выстраивались, да, треугольником. И черепашкой. И пытались каким-то образом как-то вот держать мяч, то есть один впереди и два по краям, и, соответственно, в случае чего перекрывать траекторию. Но у них это не получилось. Они, да, кое-как там в концовке запихали мяч, но уже во второй игре, когда за минуту 25 получили три банки, они, в общем-то, поняли, что что-то не работает. Ну пытались перестроиться, у них почти это получилось. У ФЦСГ, кстати, очень здорово получалось бороться ближе к самому мячу, ближе к каким-то дистанциям. Ну и в целом неплохо получалось. В какой-то момент они практически переломили исход этого боя, но вот не зашло. С пятой партии не смогли они, с четвертой партии не смогли они в третьем бою что-то сделать. И в результате кварки все-таки додавили. Ну и вот любопытно, как будет проходить у нас финальный поединок, при том, что страсти кипят и коллективы весьма-весьма серьезно настроены. Ну и, конечно же, у нас минутка спонсоров, друзья. Давайте посмотрим несколько рекламных блоков. Торнадо Energy. Do damage. World of Tanks. Совершай повседневные покупки и получай золото в игре World of Tanks. А еще месяц премиум аккаунта и огромное количество внутриигровых бонусов. Ну что ж, друзья, вот такая вот реклама. У нас есть генеральный партнер, это банк Альфа-Банк, друзья, который, собственно, помогает этому турниру обрести свой первый призовой фонд, там, $5000, все-таки нешуточные деньги в рамках танкового киберспорта. Мне кажется, где футбол, там и спонсоры, и такие крупные спонсоры, как Альфа-Банк. Но на самом деле это такая серьезная презентация, которую мы все же решили вам предоставить. Пока же наслаждайтесь списком финалистов. Все-таки здесь мы вновь увидим противостояние Европы и региона России. Ну, в данном случае полноценно это будет словако-латвийское и российское противостояние. Давайте его ждать. Ну, а что касается вот этой карточки, о которой уже много слов было сказано, и вот даже мы с Игорем ее вам презентовали, она специально для тех, кто выбрал для себя Wargaming, кто выбрал для себя World of Tanks. Да, друзья, и стоит отметить, что любые попытки расплачиваться именно этой карточкой как раз-таки приведут к тому, что игровое золото будет поступать на ваш игровой аккаунт. То есть вы оформляете себе эту карточку, там есть два различных вида, собственно, презентуете ее, покупайте, тут, понимаете, везде нали, поэтому фотографируй, не фотографируй, расплачиваться ты с нее не сможешь. И любые попытки расплачиваться, то есть, соответственно, приведут к тому, что игровое золото будет падать на ваши аккаунты, поэтому используйте, приходите в офисы компании Альфа-Банка, и, соответственно, будет вам счастье, огромное количество золота. Я, наверное, должен кое-что важное сказать. В данный момент эта карточка доступна тем, кто проживает в Российской Федерации, но в ближайшей перспективе Казахстан, Украина, Беларусь также получат такую возможность и будут пользоваться вот этой танковой пластиковой карточкой. Да, друзья, поэтому, пожалуйста, используйте эту информацию себе во благо, ведь пополняйте, все мы знаем, свой танковый курс счет. Доллара, пополняйте свой танковый счет, можете расплачиваться и на танковом сайте worldoftanks.com. Друзья, вот такая вот добрая информация вам в помощь. Ну и, конечно, готовые составы команд следующего поединка. Это финальная встреча двух коллективов команды Quark и команды Drilla, которые будут биться за право называться сильнейшим коллективом World of Tanks по фут-танкам. Хорошо знакомые нам
Участники коллектива Quark, сейчас они будут в красной форме. Каракуль, Карусель и Вар. Ну, у них все понятно с распределением ролей. Дрила, мы о них совершенно не забыли. Единственный коллектив за весь сезон фуд-танка, который ни одного поражения не потерпел. Ну, а в полуфинале вообще всего лишь однажды команда пропустила. Команда, которая умеет грамотно тянуть время. Команда, которая умеет в нужный момент ускоряться. Ну и вот Кварки без ускорения как раз-таки выиграли свой полуфинал. Вопрос, выиграет ли команда и финал без дополнительных опций? Вот вопрос, ты за кого будешь болеть? Мы посмотрели уже игры обоих коллективов. Ты знаешь, кто тебе ближе? Спортивным комментаторам такой вопрос задают постоянно. И если вдруг ты на него не отвечаешь, нас просто обвиняют. Ты болел за тех, ты болел за других и так далее, и так далее. Очень сложно избежать какой-то симпатии. Но, откровенно говоря, лично я буду переживать за тех, кто лучше будет вот эту танково-футбольную стратегию реализовывать. Мы видели, что она различается у соперников. Мне очень понравился по грамотности коллектив, представляющий Европу. У них действительно очень здорово выстроено. Я только что сказал, что они могут и обороняться, и атаковать. У них получается навал, у них потрясающая прицельность. В общем-то, у них в целом все очень грамотно сделано. Кварк играет с душой. Вот эти вот 3-0 за полторы минуты, это что-то было такое шикарное. И центр поля – это их центр. Вот как бы это ни стало камнем преткновения, ведь где-то ты проседаешь по морали, где-то ты возвращаешься в эту драку, а вот Дрилла действует как единая такая железная машина, как команда Германии, которая действует как единый механизм, друзья. Поэтому, ну вот интересно посмотреть, как они будут готовы к команде Кварк, ведь это две сильнейших команды, собственно, танкового футбола, и они могут попробовать затащить и показать нам равную игру. Я жду очень сильно, что будет у нас хотя бы 5 полных матчей, 5 полных боев, простите, и мы уже посмотрим и насладимся. Да, у нас сначала было 3 боя в полуфинале, потом 4. Кстати, да. Ну, надеемся, сейчас будет 5. Вообще, уже даже если Кварки выиграют хотя бы один матч, это будет здорово, потому что узнают, что такое поражение их соперники. И вот, кстати, да, знаешь, как в боксе говорят, после одного поражения, если ты до этого долго побеждал, ты можешь и не подняться больше никогда. Как здесь будут развиваться события, каким образом все будет, мы совсем скоро узнаем, потому что финал, он близок, уже ребята там разминают свои фаланги пальцев и готовятся к финальному противостоянию. Ну что ж, друзья, такой вот замечательный ролик. Я порой удивляюсь, как готовит все-таки всю эту продакшн-зону, весь этот, собственно, пусть контент. Пусть это будет в секрете, пусть это остается. Может быть, на самом деле набегал какой-то огромный валун на этого судью. Ну, кто его знает, к чему там все это. Может быть, не так ровно он судил все-таки. Поэтому через каких-то 30 секунд мы стартуем с последним поединком сегодняшнего дня. Команда Кварк и команда Дрила Саппорт Ревенж, друзья, мстят эти ребята. Кому-то, за что непонятно за пока. За что, ну, да, видимо, чем-то недовольны, но будем надеяться, что все вопросы ну разрешат. Ну что ж, поехали. Итак, первый бой финала до 3 побед. Все остается на прежнем уровне. Надеемся, что борьба будет честной и бескомпромиссной. Пленных не брать. Поехали. Самое главное, ровные друзья, переходим к встрече. И сразу же команды срываются с места и мчатся вперед. Есть возможность перевернуть Филиппа, но он тут горцует посередине. И мяч покидает середину поля, и Кварки теперь обороняются, как в старые добрые времена. Только сейчас они в красной форме, а их соперники в синей. Ну и Вар занимает место в воротах, очень опасно. Помним, какая прицельность, вот она подтверждается еще раз. Дрила огорошивает своего соперника, ну и уже через 30 секунд открывает счет и тут же показывает то, что умеют ребята из Кварка. 1-1. Это автогол, это фишечка, коронка команды Кварка. И они умудряются в очередной раз таким образом забить, как бы не потели Дрилла. 1-1, и все начинается, по сути, сначала. Но вот так вот, обменявшись колкостями, сейчас соперники, наверное, более к спокойному танк к футболу перейдут. Ох, как мяч. А может быть и нет. Опасный момент. Это удар в створ ворот. Это еще один гол. Выходит вперед. Вот это да.
соберется ли команда из Словакии и Латвии. Смотри, сколько сразу же выстрелов. Все разряжены, огромное количество выстрелов просто ушло в никуда, в молоко. ЛК быстрым здесь, быстрее всех сориентировался. Карусель, но у Каракуля есть заряд. И он этим зарядом расстреливает мяч, отправляя его на половину соперника. Ну и промахи, очередные промахи. И все-таки Кваркам удается быть чуть более точными. Кварк, Карусель и Каракуль готовы к выстрелу, но они не торопятся, понимают ценность каждого момента. И Каракуль промахивается в этом эпизоде, и лишь ВАР может спасти команду Кварк. Но на ВАРа в таком случае возлагается очень серьезная задача. Он должен быть последним, должен быть спасителем команды и спасателем, если вдруг такая... Ну вот сейчас он не спас. Не Иисус. Ну а что, 5 минут еще играть, но все может закончиться сейчас. Карусель уже на центре. Мяч летит в сторону угла. Просекли фишечку. Команда Дрила все-таки смогли тут выбить мяч с центра. А как они втроем вернулись? Ведь они все были на половине команды Кварков. Но сейчас синие показали потрясающую скорость. Вот что животворящее ускорение делает. Да, друзья, ну и что, смотрим далее, что будет происходить. Карусель вместе с Каракулем решили биться за мяч в таком ближнем бою. И, кстати, должен отметить, это не принесло в прошлый раз добрых намерений для команды Кварк. Дрила мчатся вперед, ну хотя, вы знаете, они больше пытаются отыгрывать именно от своей прицельной стрельбы. Карусель вместе с Каракулем у мяча, они отыгрывают корпусом, неплохо сыграно Каракуль. Далее Карусель должен отстреливаться и таким образом направлять в сторону половины команды Дрила, но этого нет, и экономит заряды. В очередной раз посмотрите, что очень делает грамотно. Дрила. Я вот сейчас вот в этой молчаливой паузе следил за тем, как Кварк великолепно работает с мячом. Они не стреляют лишний раз, они ждут, пока разрядится соперник, ждут, куда отправится мяч, и после этого пытаются его корректировать. Вот, пожалуйста, отлично! Мяч летит в сторону ворот Дрилы. В самый последний момент Филипп перекрывает эту траекторию и отправляет ее в сторону углового флажка. Филипп спасает сейчас команду Дрила. Они, по-моему, немного ошарашены игрой команды Кварк. Очень опасно. Промах. Где там выстрел? Мяч летит мимо ворот, попадая в перекладину. Ну и там, кстати, если бы выстрелил он в верхнюю часть мяча, то мог бы закрутить его в створ ворот, но он ушел чуть выше. И сейчас у Дрила огромные проблемы. Кварки прессуют как никогда. Мчатся вперед со страстью в глазах. И тут надо отыгрывать корпусом, как и ранее. Но два промаха. ВАР попадает. Нужно отдать должное. Собрался этот парень и этот голкипер. ВАРу сейчас необходимо перезарядиться и закрывать ближний угол. Что он и делает. Грамотное движение. Но мяч по замысловатой траектории отправляется в центр. Здесь есть Филипп. Стреляет мимо. Кварк, Карусель, они уже здесь. Но ВАР без заряда. Карусель отстреливается. 2 минуты 50 секунд играть до завершения основного времени. 2-2. Команды очень быстро в начале матча, в начале этого боя обменялись голами. Опять мяч взмывает воздух. Тут еще такое дело, что помогли друг другу Дрила и помогли даже команде Кварк. Мяч остался на одном месте, вовремя выстрелили одновременно фактически с разных сторон и оставили его парить в воздухе. Далее бьются за этот мяч Кварки на своей уже половине поля. Мы видим, как активировали все вместе Дрила свои ускорители и теперь мчат вперед для того, чтобы попробовать ближний бою досадить своим оппонентам. ВАР вовремя простреливает со створа ворот и далее будут биться за... Вот если говорить о командной тактике, то она есть у Дрила. А если говорить о распределении ролей, ну, собственно, здесь можно тире поставить, да, то Кварки в этом плане великолепны. Каракули, Карусели очень продуманно действуют. Ни одного лишнего движения. Причем, чем дальше, тем меньше какой-то суеты и тем меньше неправильных решений. Но здесь главное, чтобы вот эту линию продолжать, конечно, должно присутствовать и точность. Точность выстрелов, что, в общем-то, есть. Каракуль держит мяч в углу. Еще держать всего полторы минуты, но это очень много. И, конечно, надо будет каким-то образом из этой позиции выходить. Мяч под ударом был у Дрилы. Но мы видим, что Дрила пытается как-то перевернуть исход этого поединка, перевернуть даже за счет своего какого-то напора, мчать вперед и пробовать в ближнем бою хотя бы за счет такого вот плана Б оформить ответочку. И опять корпус, и опять то, что действительно бросалось в глаза, а сейчас становится просто очевидным плюсом команды в красной форме.
Ну и точная стрельба от команды Дрилла. Выбивает мяч от центра. Можно и продолжить, можно и продлить, но тут выбивают кварки, и мяч уходит в сторону углового. Кстати, но тут вар опять промахнулся. Это был либо карусель, либо каракуль. И сбоку сумел он нанести точное попадание. Каракуль вовремя продлевает мяч, не позволяет соперникам попадать. Но все-таки тут надо играть корпусом точно. Вар должен попадать. Все на перезарядке у Дрилла. Не было зарядов у ребят из Дриллы. И никто не сумел замкнуть эту ситуацию. Ну и что же, Каракуль вместе с Карусилем должны выбивать мяч из зоны своих ворот. Но тут опасный момент. И промах, и двое игроков на перезарядке. Вар попадает. Наконец-то спасает, это очень разряжает. Но на самом деле Дрилла так ощутимо прижала своих соперников к воротам и отбивается уже издали. Уже нет движения вперед, просто надо поотбиваться. Мяч отлетает в сторону ворот синих. Ну и далее Дрилла будет биться за ним уже на своей стороне. И тут можно попробовать зацепиться этот мяч. Каракуль должен делать этот прострел, но попадает одновременно вместе с Инси. И счет 2-2, друзья. Последние минуты остаются для того, чтобы выяснить, кто же сильнее. Смотрим мы и далее будем переходить, конечно же, к дополнительному времени. Не раз уже, это третий раз за сегодняшний день, друзья, за три этих великолепных матча мы видим допы. И тут правила золотого мяча, правила удержания на одной из половин, все это действует. Тут лишь вдвоем поехали, кстати, кварки, а Дрилл опустили только одного игрока, это СВК. Далее Вару надо быть поточнее, но тут ЛК за счет своих способности в ближнем бою может попробовать таки навязать сопротивление, но мяч слишком сильно выбили на центр, и тут уже никто не успевает даже попасть. Все-таки никто не отменял траекторию полета мяча, его скорость, и очень тяжело просчитать, как же фугасный снаряд, а именно такими снарядами играют эти танки, сможет пролететь, и с какой же скоростью, по какой траектории это надо рассчитывать. Пока в пользу кварков, потому что у них 21, мы видим. Это значит, что они чуточку точнее и чуточку дольше держат мяч на половине соперника. И сейчас это преимущество может вырасти, потому что выковырить его синим будет ну, не так-то просто. И уж точно не быстро. Надо догнать, развернуться. Надо как-то вот эти выстрелы издалека ликвидировать. Ну и в данный момент у Дриллы находятся на поле все танкисты, представляющие Словакию. Так что у нас полноценное противостояние Россия-Словакия. Словакско-российское дерби, друзья. Да, друзья. Можно попробовать попалить своих. Ну, посмотрите. Ох, какой момент. А где мяч? Какой скорости. Он влетает в верхнюю перекладину, друзья. И тут сейчас направляется в так обратном направлении. Такое чувство, что летит в ворота. Но нет, это было ошибочное чувство. А ведь кварки сейчас, вы видите, по времени уже 61 секунду удержали мяч на половине соперника. И очень близки к тому, чтобы забить гол. Победный гол в это дополнительное время. Как отбиваются словаки? Да, очень здорово бьются из последних сил. Несмотря ни на что, ЛК за счет точного выстрела вместе с Инси, голкипером команды, выносят мяч на сторону противника. И есть еще возможность побороться за этот таймер. Не все еще потеряно. Надо лишь точно отстреливаться по мячу. И кто его знает, может быть даже и забить. Карусель вместе с Каракулем действует поочередно. Каждый нет выстрелов, очень опасно. А сейчас уже без выстрелов команда синих. Карусель, бей по мячу, попадает. И вновь пошел отсчет. Это отсчет для команды Дриллы, который может закончиться поражением. Первым поражением в истории и первым поражением в финале. Никто не думает о том, что надо забивать. Все думают о том, что надо задержать мяч на половине поля соперника. Тут карусель вместе с Кварком и Варом очень здорово. И самое главное, точно отстреливаются. И это победа команды Кварк в первом бою. Ну что же, первое, вот такое первое поражение Дриллы. Ну вот то, о чем мы говорили. Ну понятно, что это финал, и рассчитывать на то, что в этих матчах ты останешься, скажем так, незапятнанным, без каких-то следов крови, это какое-то такое сложное предположение. Самое главное, вот знаешь, бывает такое, что чемпионы не умеют проигрывать, и надо собраться, надо забыть об этом я поражении верю, то, что и часть вперед. Она сейчас в своем духе продолжит. Но бой, который мы посмотрели, вот он всецело такой финальный. Равный. Абсолютно классная игра. То, как в начале соперники. Ну, у нас есть возможность повторов. Да, понаблюдать, как это было. И за первую минуту команды успели поразить ворота друг друга. Счет был 1-1. Потом он стал 2-2. Соответственно, также достаточно быстро обменялись соперники очередными голами. Ну, а в концовке дотянули до дополнительного времени, где максимально осторожничали, где не рисковали. И в итоге кварки
нанесли первое поражение своим европейским соперникам. Сокрушительное поражение, друзья, как в прямом смысле, так и в психологическом. И, я уверен, Кварки на подъеме, на кураже будут бороться и далее, как бывает иногда и в киберспортивном, друзья, плане в нашей лиге. Ну и что же, сейчас мы ждем начала следующей зарубы. Это был лишь первый бой из пяти возможных в финальном противостоянии двух этих коллективов. И ты знаешь, Игорь, о чем вот можно сказать, да? Вот обычно говорят, что одна команда меньше отдыхала. После полуфинала у Кварков не было возможности перевести дух, по сути. Но, с другой стороны, они сейчас на победном кураже действуют, потому что они такие эмоции испытали. Ведь они первый матч своим соперникам по полуфиналу проиграли, а потом три раза подряд, причем вот та победа 3-0 за полторы минуты, ну просто что-то бесподобное. Порвали одних подряд, порвали вторых. Такое может быть, друзья. Кварки могут все что угодно. И, кстати, вот Победная серия в 4 матча на данный момент. Обращай внимание то, что, знаешь, вот мы говорили, что играет отец с сыном в одной из команд, да, но тут у нас тоже есть... Да, два брата. Два брата Александр Акробатра. И Алексей. Да, Александр, Алексей Рассолов, друзья, 28 и 23 года. Карусель и Каракуль, не зря у них ники совпадают. Все-таки нашли друг друга они вот в танках таким образом, да, но вместе при этом бьются они и в рандоме. Футбол, сам футбол не очень так... скажем так, смотрят. Но вот танковый футбол их привлек, и мы видим, каких успехов они достигли. Они уже в финале, и они в этой финальной серии ведут 1-0. Ну и что же, мы готовы вырваться на еще одно противостояние, на следующий бой между двумя коллективами. Напоминаем, Кварк против команды Дрила Саппорт. Сейчас будут биться и посмотрим, к чему это приведет. Поехали смотреть, что тут интересного. Врывается на центр, не торопятся, пытаются пользоваться каждый своими тактиками, зарисовками. Мяч летит в створ ворот команды Кварк, но это очередная штанга, друзья. Сколько штанг мы сегодня уже видели. Вновь занимает свое место в воротах ВАР. Он, кстати, вперед совсем не идет, потому что Карусель и Каракуль настолько чувствуют друг друга, настолько они поддерживают в атаке все свои стремления. И сейчас они выносят мяч подальше от своих ворот. И здесь сразу втроем скопились соперники, и это очень опасно. И сохраняют свои снаряды Дрила. Но если бы мяч оказался в центре, ВАР оттуда мог бы и угодить. Тут катни мяч в створ ворот, а они пустые. Продлевают мяч, но тут корпусом отрабатывает ЛК. Как же он спасает сейчас свою команду от сокрушительного поражения, от получения пендаля. Ну и что же, ЛК должен выбивать и должен продлевать этот мяч, но... Тут есть у соперников что предъявить, они сами борются, и по сути мяч так вот горцует где-то по центру, но все-таки перелетает в сторону команды Кварк. Каракуль несется к своим воротам, у Каракуля хорошо получается. Да, в общем-то здесь мы ставим действительно знак равно, потому что и тот, и другой имеют схожую технику, это такие братья чуть ли не близнецы по танковому стилю. Смотри, ВАР вперед пошел, поджимает, вот она синхронность. Сейчас это такая своеобразная сборная Италии. Почему ВАР-то пошел так далеко, не могу понять. Поверил в себя, это может стать фатальным для команды Кварк, если вдруг они пропустят свой первый мяч, и тут пытаются всячески подрезать игроки команды Кварк мяч в сторону ворот Дрилы, и тут не получается, выигрывает это противостояние СВК, но мяч на центре, и тут очень надо отыгрывать. Корпусом. Близко к воротам, как спасается команда Дрила. Ну, здесь сразу вдвоем они летели на перерез этому мячу. И удалось в этой ситуации сохранить ворота на замке. Беспринципно бьются тут Дрилы, не хотят они проигрывать ни в коей мере. Но посмотрите, Карусель-то делает какую львиную долю работы. Но такой навесной пас получился. Тут и головой успевает отыгрывать. Фут-танкиста. Ну и что же, перезарядка у Кварков. Кварк как мажет, но он мажет не столько по своей вине, сколько там соперник успел попасть. Опасный по мячу, а вот момент. Сейчас ворота пустые. ВАР может не спасти, тут подрезает даже немного. И тут штанга, боже ты мой, перекладина, серия промахов, еще одна штанга. Он даже крестовина залетела, ну и все-таки тут выбивает. Ворота по-прежнему остаются вне прикосновенности. Счет на табло 0-0, да, он не открыт. Хотя и те, и другие уже были очень близки к тому, чтобы изменить в этом противостоянии цифры. Всяческими обилками и амулетами тут смогли такие вытащить мяч со своей половины поля. Выбивают его далее, но все-таки он горцует
средней части. И тут Каракуль с каруселем должны продлевать в створ ворот команды Дрилла. Но они не спят и лишние выстрелы даром не теряют. Флип может выбить. Вар там где-то поодаль, я не знаю, выбирает позицию, теряет ли позицию. Но он постоянно движется в первом в опасной матче. Позиции находится. И посмотрите, где мяч. Он в простреле, но не та траектория. Почему Вар уходит, не могу понять. Это против Дрилла такая тактика? Это тактика прессинга, тактика поджиманий? Но ведь и те, и другие сейчас втроем отходят. И сейчас у Кварков реально тактика больше похожая на Дриллу, нежели на самих себя уровня полуфинала. Ты знаешь, вот ведут себя как-то сконфуженно немного игроки команды Кварк. Все чаще и чаще именно на их сторону поля переходит мяч. Дрилла, я уверен, прощупывает, и таким образом они могут и забить. Но тут отличный прострел от одного из игроков. И это первый мяч. За 3 минуты до завершения второго боя Кварк выходит вперед. Кварк и так лидирует. Кварк стреляет по мячу. Это то, что они любят, разводить с центра. У них очень здорово получается. Но они сейчас играют от своих ворот. Они играют от соперника. Они отдали ему инициативу. И здорово, Вар попадает издали. Тут же добавляет карусель. И мяч уже в районе угла, правого угла Дриллы. Очень здорово корпусом отыгрывают Кварки. Друзья, вот в прошлом матче я не видел вот такой лютой зарубы. Все-таки в ближнем бою они были хороши, но против Дриллы так отыгрывать, это дорогого стоит. Два вратаря у команды Дриллы уже. Они очень сильно не хотят получать еще один мяч в свою пользу. Ну и Каракуль вместе с Каручелем должны вбивать, но мяч летит в створ ворот. Это ответный гол. 1-1 и 2 минуты до конца. На которую обращал внимание. Вар выходит из ворот. Вар куда-то устремляется, поджимая. Но сейчас-то, когда 1-0, вы впереди. Зачем ты, уважаемый, пошел вперед? Кстати, он представлен городом Санкт-Петербург. И это самый возрастной участник коллектива Кварк. Но все-таки закипает в нем кровь. Хочет он бороться, хочет биться где-то чуть ближе к самому мячу. Но, если честно, это подводит всю команду. И нужно собраться Вару, при том, что он может действовать здорово. Но сейчас мяч попадает в ворот. Это гол. И развод. Развод мяча. Сразу же нужно устремляться на центр. Есть заряды, они просто в сторону стреляли. Как здорово сейчас Каракуль с каруселем. Кстати, это именно Иван Булычев, тот, кто скрывается под ником VAR27, предложил создать команду в танковом футболе. Ну, он больше других любит эту игру. И здорово команда себя проявила и в этом футбольном варианте. Мяч мимо ворот пролетает. Минуту еще играть. Кварк имеет преимущество. А между прочим, Кварк, выиграв первый матч, может и во втором нанести поражение своему европейскому оппоненту. И далее пиши пропало. У них будет целых 3 попытки для того, чтобы закрепить свое преимущество и окончательно победить в этом турнире. Ну и смотрим. 50 секунд в надеждах у Дриллы, что все-таки можно попробовать оформить в некоторой степени камбэк. ЛК пытается выбить. Попадает по мячу. Не самое точное попадание от Вара. Вар, не теряй свою позицию. Но прессинг — это серьезное действие, которое требует определенных рисков. И без них, наверное, успеха не добиться. Но вот сейчас, когда есть преимущество, промах. А играть совсем чуть-чуть. Промах прямо сейчас может решить исход. Вар попадает или нет? Он не успевает отстреливаться, а сейчас только попадает. Сейчас убивает. Ну, вовремя отыгрывают, там Каракуль смог таки подрезать этот мяч в сторону от ворот, и тут карусель должен помогать. Ну и пока все неплохо получается, спаслись просто чудом в этом противостоянии на последних каких-то 20 Вар секундах. Вар успевает отстреляться последние мгновения. 2-0! Кварки выигрывают в этом финале. Здорово. Ну, пока еще не во всем матче, друзья, но счет становится уже весьма щекотливым, и нужно задуматься Дрилле о том, что происходит, собраться, провести какой-то тайм-аут, иначе все закончится достаточно плачевно, ведь они не проиграли ни разу за весь турнир. А тут сразу 2 поражения подряд. Но на самом деле, мне кажется, сейчас гораздо более сложная ситуация у Кварков. Объясню почему. Дрилла понимает, что отступать дальше некуда. Они уже об осторожности будут думать в последнюю очередь. Да, у нас будет возможность, как всегда, посмотреть повторы. А вот Кварки, если сейчас поверят в то, что деньги за победу уже у них в кармане, могут очень серьезно за это заплатить всем финалом. Да, у нас пока не было вот в этих противостояниях, чтобы команда 0-2 уступая в итоге добилась успеха, но сами Кварки, проиграв в первом матче, 3 победы подряд одержали, а с учетом этих 2 финальных они уже 5 раз подряд побеждали.
Расслабляться нельзя ни в коем случае, иначе это действительно приведет к поражению. Мы видели, как Дрилла разносили со счетом 3-0 в первом полуфинале. Я уверен, что если вдруг Кварки хоть на секунду расслабятся и Дрилла поведут в счете, выиграют хотя бы в одном бою, то у них будут все шансы вернуться в этом противостоянии. Крутейшие моменты, конечно же, исключительно в драке, в сражении все это развивается. И у нас остаются какие-то считанные минуты даже, да, возможно, финального решающего боя. Друзья. Да, действительно, у нас менее чем полторы минуты остается до игры, которая станет, возможно, последней. Фатальной для Дрилла, я уверен, они этого не хотят. Но я бы сейчас поставил на Дриллу. Мне кажется, что европейцы сумеют восстановиться, сумеют отдышаться. И сейчас, если они первыми забьют, то, думаю, счет вполне может быть минимальным 1-0. Ну, я не верю, что в финале все закончится вот настолько плачевно, чтобы со счетом 3-0, друзья. Ну, вы сами понимаете прекрасно, что в финалах все самое интересное. Все те команды, которые очень долго, долгими днями и ночами, и неделями, месяцами бились, когда на улице лето, когда можно там пойти погулять, заняться какой-то другой активностью, футбол посмотреть поиграть, например, футбол, поиграть в футбол. И еще лучше, друзья, люблю такие активные виды спорта. Ну и поэтому они, уверен, не хотят проигрывать. Они хотят биться, выигрывать деньги, выигрывать респект и уважуху. Ведь кто помнит вторых? Все помнят победителей первого танкового футбола. Да, это будет действительно победа на все времена, потому что, ну, мы очень надеемся, что Wargaming сделает танковый футбол ежесезонным. И это будет первый сезон, самый памятный, в котором Кварки продолжают уничтожать, друзья, это первый гол, и причем, ну, влетает отрикошетил. Он в ворота Кварков. Влетает он в ворота Кварков, и это то, о чем я говорил. Второй! Нет, второй это мяч? Пока нет, не гол, но вот Дрилла очень лихо начала, а теперь, ох, ты смотри, как они стреляют. Подожди, они просто они расстреливают? Троем просто стреляют по мячу. И еще один момент, но надо перезарядиться. Ну, забить, отличная игра, в девяточку влетает, это сокрушительная пока игра и отличная точность, попытка третьего мяча. Но это называется ва-банк. Команда из Европы сейчас все силы свои приложила к тому, чтобы с первых минут вот так вот соперника подрубила огорошить. Все свои скрытые резервы таким образом. Оказывается, ну, или еще что-нибудь. Есть, да, еще не все показали. Футболисты или фут-танкисты команды Дрилла. И смотри, опять мяч катит в сторону ворот, но все же где-то там близко к штанге. Он за пределами попадания. Ну, выбивает тут Кварки, спохватились. Ну, правда, как бы поздно не было. Но минуту спустя уже счет 2-0 на табло. Такой же и в серии, в пользу, правда, Кварков. Но цифры могут измениться. Но тут нельзя с горящими глазами мчаться вперед. Нужно все-таки остыть немного. Дрилле нужно как-то совладать с этой ситуацией. Попробовать перевести игру в более спокойный режим. И таким образом за счет изнеможения своеобразного выиграть в этом противостоянии. Ведь мораль очень важна в любом киберспорте. Да и в спорте, я думаю, тоже. Но вот мы с тобой говорили, что должны быть варианты на такого рода противостояния, на финальные битвы. И мы видели сейчас второй вариант. И смотри, как близко опять мяч катит. Но здесь гола не будет. Но ведь Дрилла сразу же так вот с наскока, шашки наголо. И за минуту два мяча отправила ворота соперника, который пока в этом финале доминирует. И если до этого можно было побаиваться Дриллу, то сейчас, конечно, Дрилла должна побаиваться Кварков, а может быть и самих себя, потому что можно слишком увлечься атакой. Но опять же, мы вспомним, что в полуфинале сами Кварки выиграли 2-0, а потом их соперник настиг. Как здесь будет? 2-0 это пока не финальный свисток, и ведется игра до трех мячей. И атакует Дрилла, атакует, и окопалась буквально у ворот Кварка. Промах два раза подряд от Каракули и Карусели, видимо, немного подкосило их. Вот это вот сокрушительное начало, сразу же два мяча влетает в их створ ворот. Но тут Вар даже не отстреливается. Посмотри, он экономит снаряд до последнего, как бы это не стало решающим. Не раз мы уже видели, как он пропускает, даже имея какой-то заряд на своем танке. Ну и что же, Карусель вместе с Каракулем, мяч-то, ну, опасный момент был, но Вар все-таки смог вовремя подстраховать свои ворота. Ну и Филипп должен отыгрывать в створ чужих ворот на перезарядке Кварки. Только сейчас Карусель смог перезарядиться, но тщетно. Немного не смог он должным образом отыграть своим снарядом. Попасть сейчас корпусом надо. Здорово действует и фут-танкисты Дриллы.
А в основном, правда, корпусом хорошо пользуется Филипп, но мяч очень близок к воротам, умудряются выбить его дриловцы. И за 3:30 до финальной сирены счет 2-0 в пользу синих. Ну и пока вот то, о чем я и говорил, Дрилла пытается все-таки немного сменить вот этот вот буйный темп на более спокойный, показать каруселям, показать кваркам, что они могут проигрывать, и попробовать вот таким образом за счет психологии додавить. Они выигрывают, у них все в порядке, Филипп выбивает мяч из створа ворот, тут есть еще и пара игроков, которые будут биться в плотном сражении в ближнем бою. Ну и карусель не имеет никакого заряда. ЛК немного уснул, но очень быстро оправился и далее мчится вперед. ЛК сейчас на передней линии действует, и он как фехтовальщик пытается кончиком достать. Кончиком своей шпаги, но в данном случае, видимо, кончиком дула. А было бы интересно, если бы еще и дуло удлиняло, знаешь, и ты мог там немного мяч подправить. Но это, видишь, задумки на следующий сезон. И вот под эти разговоры кварки отыгрывают один гол. И сейчас центр начинает, но все находятся поодаль, сбоку от мяча. И Дрилла выбивает его наполовину соперника. Разница в один мяч – это очень хрупкое преимущество, тем более, когда есть столько времени до конца, более 2 минут. Шаткий результат, 2 минуты, ну, с одной стороны, не так много, но с другой стороны, мы видели, как кварки забивают и 3 мяча за каких-то 1.5 минуты, за 90 секунд, и сейчас вар в очередной раз створит своих ворот, пытается отбиваться, просто отстреливаться до последнего, но очень опасная ситуация, мяч сохраняет все-таки левитацию где-то в районе ворот команды кварк, и тут опасный момент все-таки миновал, но они продолжают Дрилла, проигрывать. Дрилла, ты обрати внимание, она сейчас уже так не несется в атаку. То преимущество, да, в начале матча я сказал, что если команда забьет, то постарается просто удержать счет за собой. И в данный момент они как раз-таки на удержание и действуют. Ну и отличный рикошет в створ ворот команды Кварк. Мяч летит, это гол, и счет становится 3-1. Ну, это провал, друзья, для Кварков. И попытка камбэка для команды Дрилла. Но вот Дрилла сейчас показала несколько другой футбол. Они сразу же с наскока возобновили противостояние. И в третьем матче они доминировали с первой до последней минуты, выстроив грамотную тактику. Помнишь, как мы в полуфинале говорили о том, насколько здорово они показали взаимодействие? Так как была они стартовали. Тактика. Так как они стартовали в своем первом бою, в своем первом матче, как они повели, как они начали выигрывать со счетом 3-0 и далее просто додавили своих оппонентов и моралью, ну, вы видели сами, друзья, что происходило. Но и сейчас они, такое ощущение, возвращаются. Дали попробовать с противником выиграть психологию, выиграть уже фактически во всем противостоянии, во всей серии, но тут начинаются проблемы, и мы смотрим эти замечательные реплеи, мяч рикошетит от всего, чего только можно, и попадает в ворота. 15 секунд прошло, здесь прошло еще 10 секунд, и мяч мог во второй раз оказаться в воротах. Еще 10 секунд, и мы видим, что вколачивают просто. Да, 30 секунд прошло от стартового свистка, и Дрилла уже дважды поразила ворота соперников. Здесь один гол кварки отквитали, но они всеми силами пошли вперед, и никто не успевал вернуться. Ну и момент, который закончил эту встречу за 1.5 минуты до окончания времени. 3-1, победа Дриллы, тем интереснее финал. Ну и вот сейчас уже, опять же таки, разница всего лишь в одну победу, она не кажется такой катастрофической, она не кажется такой глобальной. Если вдруг Дрилла, вернувшись на победную свою стезю, сможет добиться очередного успеха, то 5-й матч будет просто сказочным. Волна побед, друзья, и кто бы знает, чем все это закончится. Ну и вот в последнем как раз-таки повторе было видно, насколько сильно решает правильная точность, друзья. Правильное попадание в правильную часть мяча. То есть мы видели, как здорово смог подрезать в своеобразный такой левый угол мяча, отстреляться, и таким образом мяч пролетел в аккурат в ворота. Вот просто наглядное пособие. Я уверен, мы там чуть позже, может, еще посмотрим какие-то реплеи. Но вот этот мяч, он, конечно, запомнится мне надолго. Ну что, еще, как ты говоришь, да, матчболы пошли, да, один матчбол команда Дрилла сумела парировать, есть еще 2 попытки, мы будем уже ждать очередную, тут считанные мгновения остаются, секунды, команды готовы, танкисты уже, видимо, сейчас будут устремляться к мячу, ну а мы, соответственно, все свое внимание обращаем на экран. Смотрим, друзья, возможно, за еще одним решающим противостоянием. И кто его знает, если Дрилла сейчас будет выигрывать, поехали.
ЛК мчатся вперед, не торопятся и выносят-то в створ ворот команды Кварк. Боже мой, Дрила заиграли, как в первом полуфинале. И мяч устремляется в створ ворот Кварка. В очередной раз Дрила выходит вперед. Вот та тактика, которой они воспользовались в третьей игре, она вновь приносит успех. И опять мячом просто переворачивает танк. Что творят эти парни, Дрила? Это уже за счет силы идет. Игра Дрилы и такая рифмованная форма получается. Они просто давят своего соперника. Это так, что сейчас момент. Из него все соки пойдут. И Кварк пока не знает, что делать вот с этой возобновленной Дрилой. Что делать им сейчас? А Дриле по-прежнему терять нечего. И мяч повторно влетает в ворота. Вот 2-0, друзья, это какой-то разрыв. И надо устремляться в очередной раз на центр, чтобы выносить мяч и пробовать додавливать всю эту ситуацию. За минуту было забито сразу два мяча. И причем насколько красиво это все выглядит. Переворот танка просто... За счет силы мяча, что ж там за жесть-то такая происходит? Да, я думаю, там сразу три попадания было. Откуда такая ударная волна, мощь, чтобы перевернуть танк? Ну и ты посмотри, как две стартовые игры отличаются от того, что мы видим сейчас. Дрила, уже не рискуя, сразу же, вернее, не боясь риска, сразу же пошла вперед и повторно идет вперед. Тот матч досрочно закончился, правда, Кварки хотя бы сумели забить. И мы уже забыли о том, что Дрила до этого финала не проигрывала. Кварки только одно поражение потерпели. Здесь абсолютно равное противостояние. Здесь битва разных тактик и стратегий. И в последних матчах тактика и стратегия на стороне Дрилы. Да, и причем они смогли переломить инициативу, перехватить ее в свои руки. И сейчас у них есть все шансы закончить эту серию в свою пользу. 3-0 они сегодня уже оформляли. И почему бы это не сделать в финале? Своеобразный вызов сейчас бросает им команда Кварк. И все может закончиться, ну, пока неизвестно как. И надо Вару защищать свои ворота. Но тут смотрим, он в очередной раз остается с выстрелом в своем стволе и не смог он тут никак повлиять на исход этого полета траектории. Мне кажется, он правильно поступал, потому что если мяч был бы на линии, он бы хотя бы имел шанс его выносить. А так, если бы он отстрелялся, он бы просто не успел бы до него добраться. Классный момент, все может закончиться. А мяч летит мимо. И Дрила, ведя в счете 2-0 за 4:20 до завершения, это просто огромное количество времени. А Кварки сейчас даже не могут из своей штрафной выйти, не то уже, не то что от своих ворот отойти. 3-0. Дрила просто убивает соперника. Три минуты. Раскладывает то, о чем мы мечтали. Да? Первый полуфинал 3 матча, второй 4. И вот все, мы увидим все от начала и до конца. Это здорово. Как о чем возвращаться? Можно мечтать еще? Как возвращаться в этой партии? Ты выиграл 2-0. Вот она победа, о чем ты и говорил. Дотянись и возьми. Все, ты выиграл, стал первым чемпионом, а тут... Сейчас для Кварка решающее значение будет иметь вот первая полуминутка, наверное. Ну, может быть, минута, потому что они в двух матчах пропустили за минуту дважды. Это очень много для команды, которая показала очень слаженную игру в обороне. Может быть, просто усталость. Все-таки они играют второй матч подряд после полуфинала. Ну и смотрим, да, опять же, первые мгновения игры раз и тут же развод. Вот, ну, вот это он, просто шедевральный момент, конечно, переворот танка. Я думаю, мы видим. Какая динамика, весь... что каракуль прям на 360 градусов перевернулся. Смотри, ты представляешь, раз, что два, с танкистом три. Там было, когда ты видишь вот это происходящее, тебя переворачивают с ног на голову фактически и далее. Тут, ну, шедевральная стрельба. Головокружение как от матча, так и от счета. Он становится в этом финале 2-2. Это то, о чем... любой поклонник спорта только мечтать может, и вот эти мечты в рамках этого финала, они сбылись. Мы по-прежнему не можем сказать, кто как минимум ближе подошел к этим деньгам, о которых Игорь рассказывал, но мы точно знаем, что через ближайшие минуты мы назовем имя победителя. $5000 призовой фонд этого турнира. Очень здорово, что все чаще и чаще появляются вот такие вот денежные призы за турниры и за конкурсы всевозможные, друзья. $2600 на команду, которая займет первое место. Ну и далее, соответственно, почет и уважение. Неоднократно мы уже об этом говорили. И по факту выясняется, что камбэк Израиль, друзья. И сейчас команда, которая блистала все это время до финала, может оформить этот камбэк и выйти со счетом 3-0. А до матча остается совсем немного, буквально считанные секунды. Но сейчас необходимо всех танкистов подзывать к мониторам, потому что начинается настоящее
Рубилова. Последняя игра сегодняшнего вечера. Кварки бьются против команды Дрила. Россия против Словакии. Соответственно, против Европы. Ну что, поехали. Как в старые добрые времена, российские танкисты могут упустить эту победу из рук. Но все зависит от них в этом решающем противостоянии, друзья. Поехали смотреть на последний матч этого дня. Возможно, даже, не знаю, до года. Кто его знает, как часто это все будет проходить. Поэтому самое важное, интересное прямо сейчас. И очень важно забить первый гол для того, чтобы выйти вперед и в дальнейшем просто додавить. Вот сейчас уже Дрила не сумела так начать, как в предыдущих матчах. Но я думаю, здесь, наверное, матч досрочно не закончится. Нет зарядов у Дрилы, а мяч катится в сторону ворот и сейчас должен их поразить. Да, 1-0. 1-0 Кварки в этом пятом матче выходят вперед. И центр поля, все внимание, кому достанется мяч. Устремляется в сторону Кварков. Ну там все без заряда, фактически можно выбивать. Тут еще и корпусом сможет помочь ВАР. Но он оказывается не в том месте, не в то время. И тут мяч просто парит на грани. Но есть выбивание. Каракуль все-таки перехватывает эту инициативу, но помогает Инси. Посмотри, как здорово они перемещаются все на поле противника. И Дрила может забить прямо сейчас, но промах. И отличный дриблинг от команды Кварк. Плюс еще стрельба. И далее надо идти к своим воротам. ВАР все чаще бьет мимо. Я все-таки думаю, усталость она дает о себе знать. Там 4 матча, здесь уже пятый подряд, а всего получается 9 игр. Плюс это матч на много. Трансляции, это тоже нервы невероятные, друзья. Бывал сам в таких ситуациях, прекрасно понимаю. Сейчас думают о том, что любой промах может решить исход поединка, ну и, конечно же, попадание. Смотрим, карусель может тут пробить створ ворот, но промахивается и просто продлевает на другой угловой, но не лыком шита команда Дрила. Инси выносит, но пока не до конца и надо помогать. Есть заряды у Кварков, они постепенно расходуются и Каракуль бьет очень прицельно. Мяч удерживается на половине Дрилы, который пока не может перевести игру в зону атаки. И вот сейчас опять опасная близость. Ну где там ВАР? Очень нет, далеко. Нет зарядов, к сожалению. Ну, был заряд у ВАРа. Он, как всегда, очень экономно расходует свои выстрелы. И в очередной раз решил, лучше пусть он, этот выстрел останется при обороне. Своеобразный статист мира танков, друзья, на футбольном поле. Ну, я думаю, многие понимают, что это может значить. Ну и что же, ЛК пытается переводить все в створ ворот. И можно продлить, но тут отлично отыгрывает связка. Ты знаешь, вот ты говоришь, ВАР статист, а сейчас он очень рационально сыграл. А, да, его можно критиковать, но он все же очень здорово действует при обороне. Не хватает еще кустов вот в створе ворот для того, чтобы оценить всю ситуацию вокруг игрока команды. Ну, то есть ты понимаешь, как в чистых танках действует человек под ником ВАР-27, да? То есть примерно можно представить, каким образом он принимает участие в боях. Но сейчас у нас бои футбольно-танковые, и здесь Дрила, фаворит сезона, уступает в пятой решающей схватке, да, где победитель получает все. Забываем мы о том, что Кварки все-таки ведут, и они могут продолжить свое победное шествие, несмотря даже на обидные 2 поражения к ряду. Ну и карусель, у него есть заряд, но все-таки Дрила за счет такого напора и желания победить, все-таки выбивает мяч вперед, но тут есть свои противоречия, и Кварки могут им кое-что ответить. ВАР попадает издали, но вот повторный выстрел пришелся не в мяч, а в стенку. И сейчас надо обороняться. ВАР, как неприятный мяч полетел, сами привезли. Ответочка. Сами привезли к себе карусель, каракуль. Начали здесь пинать мяч из стороны в сторону. Но в данный момент вся Дрила находилась на половине Кварков. Это был шанс тут же прицельно попасть по воротам синих в очередной раз. Все пустые у красных. Карусель рядом с мячом. 1-1, 3 минуты еще играть. Ну что же, отличные ракурсы на поле штат Де Химмельсдорф. Именно на этой карте развивается у нас событие, друзья. Ну и ответочка может прилететь. Ай-яй-яй, Кварк! Отличный подрезанный мяч! Это отличная игра от команды Дрила. Кварки проигрывают сейчас. Им нужно вернуться. Отлично продлевает карусель. Нужно еще один выстрел. Но тут Филипп помогает своей команде не пропустить. Какой камбэк от Дрилы. Есть еще 2 минуты и 30 секунд. И вот сейчас Кваркам надо идти вперед.
дважды ВАР промазал, как я его не защищал, но вот эти последние эпизоды явно не в пользу защитника или голкипера команды красной. Да, и здесь россияне словаки выступают. Но и не стоит винить все-таки одного игрока, наверное, вот в таком провале, хотя временами и есть определенный смысл. Если кто-то ошибается, должны партнеры выручать. В данном случае никто не выручил. Последний мяч буквально сами себе привезли красные, и им, конечно, надо сейчас идти вперед. Уже грамотнее будет действовать Дрила, а команда в этом финале 0-2 проигрывала, и вот он, 2-2 счет. Две минуты до конца этого противостояния, все может закончиться, и никаких допов, друзья, все, до свидания, Дрила победит, если вдруг кварки и возьмут быка за рога и не поедут вперед, несмотря ни на что. Карусель должен выбивать, должен выносить и каракуль, но пока они как-то слишком близко жмутся к этому мячу, и ничего не получается. Карусель не смог продлить счет 2-1. Если вдруг забьют третий Дрила, то все вообще закончится. Я скажу, что получается у каракуля и каруселя. Они просто потеряли уверенность после этих двух поражений, которые были очень быстрыми, очень такими яркими в плане атаки от Дрилы. И они потерялись, они повели с первых минут в этом пятом матче минимально. И после этого начали прижиматься к своим воротам. А как говорится, не забиваешь ты, забьют тебе. Вот они и получили дважды. Это обидно, карусель, мяч летит над ним. Где там ВАР? Именно он сейчас должен стрелять. Мяч летит к воротам. Где ВАР? Боже ты мой, уехал опять куда-то от своей. Но это цена, цена, которую сейчас они платят. И опять мяч прямо возле ворот. Он медленно перелетает ленту. И все! 3-2, победа Дрилы, вот это да. Я, ты знаешь, не мог себе представить. 3-0 подряд, считаю. Вот они взяли себя за руки, за ноги, за все, что только можно, за гусеницы, друзья, и вернулись в это противостояние проигрывать 2-0. 2-0, друзья, и далее они не проигрывали ни разу, на секундочку, в этом это сумасшествие. Мы турнире поздравляем команду Дрила, которая сформирована из танкистов Словакии и одного латвийца с победой в этом суперфинале. Wargaming завершает первый сезон танкового футбола, завершает шикарным финалом, в котором победу зарабатывает команда Дрила, уступавшая в этом самом финале 0-2. Наверняка ликует сейчас. Очень жаль, что не можем и послушать ликование этих команд, этих замечательных танкистов. Они заработали себе еще одну ачивку. Первые финалисты, первые чемпионы мира танков. Ну а кваркам остается держитесь, лишь ребята, надеяться. Мы посмотрим повторы последнего матча. Они должны быть полезными для кварков, которые должны разобраться вот в этих ошибках. 2-0 команда вела в счете и после этого три матча подряд проиграла. Смотрим опасные моменты, голевые передачи, если так можно сказать. Это кварки, которые повели в счете. А вот здесь сами себе привезли. Не сумели отстоять. Карусель заигрался с мячом. И ну вот мы хвалили, как они корпусом действуют. В данном случае корпус, расслабились, к сожалению, на мой взгляд, все-таки в последнем противостоянии. Именно вот в последней решающей встрече. Усталость, да. Мы бы на футбольном поле, большом футбольном поле, сказали бы, сил не хватило. И в какой-то степени здесь этих самых сил, может быть, реакции попросту не хватило. Ну вот мы с тобой уже 2 часа в студии, уже, в общем-то, тоже где-то теряемся моментами. Ну ты знаешь, вот как-то, на мой взгляд, на одном духу прошло все это противостояние, если потому честно, что очень здорово, порадовали команды. Было. Так, как мы и планировали, такой по восходящей 3-4-5, все было здорово. Кстати, да, точно. Финал вот ты заметил. Получился, конечно, шикарным. Здесь интриги хватило. Я думаю, если у кого-то там был под рукой сердечный успокоитель, там валидол, валокардин, я не знаю, кому больше что нравится. Глицин. Как в Европе они свое заменяют эти препараты, но сейчас в ход шло абсолютно все. Ну и смогли таки вырвать победу, друзья. Не забываем о том, что важно, конечно же, лидировать на протяжении всего турнира, сохранять за собой позицию топ-1, но когда ты начинаешь проигрывать в решающем матче всего противостояния, ты понимаешь, что что-то происходит не так, и они нашли в себе силы. Капитан нашел слова, чтобы сказать своим тиммейтам: ребята, держитесь, да что ж вы творите, что вы делаете, и они вернулись, и вы это видели, было феноменально, да. Как это все происходило, это просто божественно, друзья. Ну и, конечно же, все это не имело места быть, если бы не наши многоуважаемые спонсоры, поэтому давайте уделим им минутку внимания. Торнадо Energy. Do damage. World of Tanks.
Совершай повседневные покупки и получай золото в игре World of Tanks. А еще месяц премиум-аккаунта и огромное количество внутриигровых бонусов. Первый футбольно-танковый финал удался на славу. Мы получили огромное удовольствие от того, что показали соперники. И поздравляем команду Дрила Support Revenge. Они, я не знаю, за что там они реваншировали. За кому и за что они мстили, но самое главное, что у них получилось. Друзья, они выиграли и наверняка за счет своего названия достучаться до того, до кого должны. Это здорово. Все-таки идти за своей мечтой, выигрывать в танках, находить новые знакомства. И опять-таки в новых играх находить вот что-то новое, что-то интересное в жизни. Опять-таки должно происходить такие вот вещи, такие моменты, которые переворачивают вот все твой быт, и, собственно говоря, ты получаешь новые эмоции. Спасибо большое команде Wargaming. Я думаю, российской команде обидно вдвойне. Словакии там, и там их, как это у вас в танках называется, ну, в общем, переиграли. Ну, переиграли. Увы, это действительно произошло, но это было весело, это было с точки зрения оформления, с точки зрения игры очень круто. Разработчики, разумеется, не будут останавливаться, и мы свою надежду выразим, что через год сможем для вас отработать очередной финал и рассказать о всех новинках. И пусть там борьба будет еще серьезнее, еще сложнее. На этот раз более, сколько, 65 тысяч минимум участников приняло. 65 тысяч человек, друзья, задумайтесь. И это минимальная цифра, которую вот мы, скажем так, посчитав без запасных, можем вам назвать. Дальше, разумеется, будет больше. Возможно, будет расти призовой фонд. И мы будем рассчитывать на то, что этот сезон танкового футбола будет первым, но далеко не последним. Ну и спасибо, конечно же, всем тем, кто приложил свою руку к тому, чтобы этот турнир состоялся. Конечно же, спонсорам, Альфа-банку и Торнадо. Ну а также всей большой команде Wargaming, которые трудились на благо этой трансляции. Осветителям, режиссерам, звуковикам. Всех не перечесть, друзья. Ну и, конечно же, надеемся, что будет еще у нас порох-пороховницах, будут у нас еще светлые баталии, и, конечно же, все это на волне позитива. Ну и не забывайте, что совсем скоро стартует киберспортивная лига. Ну, я бы хотел все же в завершение напомнить всем тем, кто сейчас получал удовольствие от танкового футбола, что уже завтра в Париже состоится финал чемпионата Европы, 15-го по счету, в котором французы, уже не раз побеждавшие на этом турнире, в родных стенах в том числе, бравшие победу. Кстати, Франция является единственной сборной, последней сборной, которая дома побеждала на этом турнире. Была еще Испания, но мы сейчас уже в футбольную историю чисто вдаемся. Но я уверен, что те, кто получил удовольствие от танкового футбола, завтра с удовольствием посмотрят и матч Португалия-Франция. Финал. А эту игру для вас комментировали Игорь Безбородов и Арташес Антонян. И мы рассчитываем с вами увидеться и услышаться вновь на наших трансляциях. Счастливо, друзья. Пока. Не пробил. Люби футбол. Играй в танки.